Настройки. Давай настройки свои, это сам колбас свои настройки эти. Ага. Ага. Да-да. А как бы отправить? Да-да. Звезда. Пишется что-то. А чего? На капусть звездка. Стать хвосту посоединиться к серверу Steam. Прямое подключение. Присоединиться и напиши Рауль. Присоединиться к серверу. Маленький бок. Я тебя вижу. Только. А, вид. Вижу, только я не могу подключиться почему-то. Other game у тебя написано. Ой. Подожди, а если я вот так вот сделаю? Слушай, я могу даже попробовать, кстати. А, кстати, я не смогу попробовать. Ага. Или смогу, подожди, друзья. А ты, я тебе не могу подключиться. А, через Steam. А, сейчас игры. Друзья. Сети. А, пригласить. Игру. Пригласил. А, открываю. А, войдите в систему парабокс какой-то. Зачем мне? Играть. Да, ты зашел. Во, я присоединение, окей. Какой парабокс этот? Успокойтесь. О, я тебя вижу. Здравствуйте, я тебя вижу. Здравствуй. Ой, мы, кстати, да, в эту играли, только мы не в пустыне были, кстати. Да, сейчас налью лимонадного компота и начнем. Да, компот. Компот налью. А как же этот самый, как его? Этот. Компот. Так, 27 метров. Без компота. Так, окей. О, что у нас будет? Погнали. Окей, погнали. Ой, а почему я без оружия? А, вот. Какое оружие? Инструмент, простите, я же привык быть воином. Ага, воин. Да-да, слушай, с тебя воин, как с меня это самый. Ладно, не буду говорить, а, что. Надо найти обломки ксеноферритовой гриды. Как это было вызвать? Место пожить чего? Место. Плавильная печь. Ага. О. Там руду надо найти. Вот я нашел. Чего? Я нашел. Чего? Я удивляюсь. Подожди, а как инвентарь открыть? Тап? Нет. Тап. Что за тап? Подожди. А, тут эмоции даже есть, окей. Угу. Так, даже эмоции есть. Посмотрите карту. На М. Карту открыть. Наверное, на М. Да, вот карта. Ой, послушай, она похожа на факторию. Похоже, да, но на 3D тут. Тут это самая такая карта. Посмотрите карту. Я посмотрел, соединение с сервером потеряно. Escape. Как? А, будет так, как в прошлый раз, помнишь, было тоже. Возродиться. Сейчас отправлю. Пошли, выйти в главное меню. Ой. А ну-ка. Так, паштет. Заходим к Раулю. К Раулю. Сейчас подключимся. Я специально поставил так, чтобы мог все время тебя приглашать. Угу. Вот еще одно. Оно что будет вылетать, скорее всего, у тебя. Пошли, а как открывается? Чё? Ё-моё. На И? Нет. Пошли. А, я тоже не понял. F1. F1. Б буква. Серьезно, Б?
Да издевайся. Земля. Так у меня есть две земли. Типа, смотри. Как будет сумка по-английски? Back. Да, это логично. А ну. Back. Я нашел, куда? А что дальше? А где задание? Посмотреть карту. Я уже посмотрел карту. Прекрасно. Поблизости есть рудные карманы. Возьмите в хранилище сканер руды и найдите рудные карманы с его помощью. А, я знаю, рудный... на Б нажимаешь, и тут я сканил руды внутри. А, вижу. А, подожди, как... вот сканил руды, все нашел. На двойку поставь. Два, да. Для начала подойдите к обоим рудным карманам и добудьте руду. Я уже добыл, ну ладно. Отлично. Теперь у нас есть первая партия руды. Ее нужно переплавить в пластиные прутки. А, уже все готово будет. Есть встроенные плавильные печи. Вернитесь к ней и сделайте первые материалы для изготовления. Ага. А у нас одинаково квесты идут? Мы получили основные материалы. Теперь давайте изготовим строительные блоки, которые станут фундаментом для других зданий. Для этого откройте меню изготовления и щелкните по нужным предметам. Затем разместите их в виде платформы рядом с рудным карманом. Ага, изготовление. Изготовить строительный блок. Строительный я ведь блок. Могу так вот стоять. Я ведь могу стоять вот так вот и долбать, правильно? Могу стоять и долбать. А, я понял. Так. Разместите 30 строительных блоков в... качестве фундамента рядом с залежами руды. Придется нам с собой поработать. Да, нам придется почистить еще сначала. Нам нужно сначала почистить эту самую область, почистить немножко. А то... Кстати... Опа. Так, все чищаем. Уничтожаем природу. Да, я, кстати, в Satisfactory я играл тоже. Там тоже приходилось мне. Ой, зачем я землю? Ой, буковка Б. Это. Так, Б вот земля, можно обратно поставить. Ага. Вот. Как убрать отсюда? Б, как убрать? А вот так вот убирается, да? Ой, я могу эмоции использовать, пожди. Вот, смотри, ты уже давно не вылетаешь. Да. Пожди, пожди, а как там было это? Тап. А, на тап. А, все, на тап. Я понял. Все, это на тап нажимается еще. Пожди, что, разместить 30 строительных блоков. Фундамент рядом с залежем руты. Пожди, фундаменты, пожди. Пожди, А давай мы поступим красиво, вот так вот. Ой. А почему так? Фундаменты. А, подожди, на С это что у нас на С? На С. На С. Постройки, компоненты. Ага, на С. Построительные блоки. Чего? Надо было вот землю это красиво сделать. 1-2. А я правда не помню, как мы с тобой строили тот раз. А, да, мы какой-то чертеж изобрели. Да мы как-то очень... Кстати, мы очень как-то хитро это самое с тобой. Да, я вспомнил. Ну давай пока что еще сделаем побольше. Подожди, это на С, правильно? Да, на С. Подожди, я вообще понимаю, только сейчас минутку, сейчас я найду. Сейчас я найду, кстати. Если я найду это видео. Да, кстати, там было как-то очень хитро я делал. Прямо... Для автоматизации добычи нам нужен добывающий дрон. Угу. Изготовьте его и поместите на фундамент рядом с рудным карманом. Дрон. Дроны. Подожди. У меня где-то был... Постройки. Нет, я не в этом. Я ищу это самое. Так. А, добывающий дрон. Нам надо детали от оборудования. Так. Чего?
Что за голос? Виталий. Потом нам надо электронные компоненты. Мне как раз не хватает, надо сходить. Так, где наша печка? Вот она. Кстати, у меня там есть это самое. Ладно, я не нашел, ладно. Потом. Так, печка. Значит, я за... Ой. Ой, я взял только что. Вставить. Блин, вставить. Вот 170. Крути. Взять. Чего? На С. Планшет быстрого действия? F1 справочник? Топливо. Для работы добывающих дронов и большинства других сооружений нужна энергия. Угу. Давайте построим генератор на биомассе и разместим его на том же фундаменте, что и добывающий дрон. Построив генератор, вам нужно будет получить биомассу. Для этого соберите деревья и другие растения с помощью добывающего бура. Загрузите биомассу в генератор, и он будет питать все здания на своем фундаменте. Так, значит, нам надо построить генератор. Подожди, G. Еще не... Сжигатель биомассы. На С. На С. Так, на С. Давай-ка поставим вот сюда, рядышком. Так. Нет топлива. Загрузить. Взгляните на свою первую автоматическую добычу руды. Разве это не прекрасно? Нет. Ладно, нас ждут другие дела. Прохладно. Давайте построим плавильную печь. Ну, дальше добывать. Ага, купить. Дроны полетели. А, да, печь. Печку тебе надо построить. Угу. Строй печь. Сейчас, минутку, я пока что постою. Мне нечего строить даже. Как говоришь, в сторонке постоишь, да? Да, у меня после не... У меня тут нечего строить. Не из чего. А ты можешь добывать руду. Эта плавильная печь эффективнее, чем та, что встроена в вашу капсулу. Поэтому рекомендую использовать ее. А вставить? К тому же, мы можем автоматизировать плавильные печи и упростить себе работу. Плавильные! Для этого вам нужно соединить добывающий дрон с плавильной печью с помощью погрузчиков и конвейеров. Можешь, пожалуйста, добыть соединять машины, а я пока сообщу командному центру о нашем прогрессе по КН. Любопытно, мне не удалось связаться с командным центром. Да. Возможно, техническая аномалия. Продолжу попытки. Как поставить груш, не помню. А лента у нас есть уже, можем производить ленту? Да, можем. Начинаем производство ленты. И тоже ставим. Пусть здоров. А что еще? У нас, по-моему, еще, знаешь, что было? Типа манипулятора. Чуть не забыли. Сейчас. Так, манипулятор есть. Угу. Что? А как было поворачивать? Поворот. Так, ой. На что ой. Там было? На С. На С. А мне... Ой. А мне нифига не хватает. Ой. Ой, что-то чуть-чуть не так. Юмас. Можно, конечно, отсюда. Остановить управление.
А как я могу закинуть туда? Надо чуть-чуть подвинуть. А, вот так вот оно пополняется. Ага. Так. А. Помнишь, ты как-то очень хитро так делал? Да я знаю, что я хитро делал, я как-то не помню. Вот, вот так вот. Вот так вот ты как-то делал, помнишь? Подожди, фонарик на F? Нет, не на F. L? Получилось? На L. Фонарик. Получилось. Вот так, помнишь, ты хитро делал, без ленты, вот так вот, смотри, я делал. Все получилось. Л. Без ленты, как ты делал. Все получилось, как надо. У-ху-ху. Круто. Вот эта схема. Круто так круто, я все-таки Наруто. Ненавижу Оричимару, как будто. Как будто. Как будто. Как будто. Мне не хватает. Все по плану, Родиончик. Да, все идет по плану, да. И все идет по плану. Да, как в песне. Так, а пластины как было? Так, а ну-ка. Так, минутку, инвентарь. На С. Из-за... Подожди, на С. Да, на С. Так. Ни одной не хватило. Чего? А как мы топливо обеспечили? Печь. Только в половине печки можно. Чего только в половине печи можно пластины изготавливать? Серьезно? Это, а это что тогда это? Так, минутку. Взять, поставить, ставить. Есть. Взять. Теперь красиво. Вот надо запомнить. 1, 2, 3, 4, 5. Потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей. Вышел зайчик погулять. Зайчик погулять. А, надо еще манипулятор сделать. Где манипулятор? Манипулятор паштета. Детали надо. Манипулятор паштета. Подожди. Ты мне не хватает. Эмоция. Так, мне не хватает. Инвентарь. Ой, на цены. А, вот. И манипулятор паштета. Подожди, электронные компоненты. Ага. А вот. Не хватает пластины. Иди сюда. Я тут... Чего? А, давно не было, кстати. Я случайно вышел. Случайно? Точнее, меня выкинуло. Давай, приглашать, как всегда. Да, пригласить игру, даже ничего не выключил, был готов. Да, у меня тоже включено всегда, это самое. А, кстати, надо было выйти сначала, выйти в главное меню, потом... можешь еще раз, пожалуйста, потому что я... Короче, надо сначала выйти, а потом опять зайти, а то будет... Понял. Сейчас, пригласить игру. Играть. То есть... Здравствуйте, гость. Да-да, здравствуйте. Я случайно это попал. Ой. Подожди, минутку. Я ведь молодец. Я, кстати, начал крафтить что-то. А он меня выкинул. Я попал,
Так, я что-то крафчу. А что надо? Детали оборудования, минутку. А, пластины тут нужно, точно, точно. Сборщик 2, сборщик 3. Ага, ну это похоже точно на факторию, похоже. Да, только вместо руки эти погрузчики. О, дроны летают тут. Это наши рабы местные. Вау, ты что-то тут... Ага. Это на будущее. По идее, они должны вылезать. Но не вылезают. Почему? Так. А, я знаю почему. Я вспомнил. Потому что тут надо... Оп. Вот, теперь все правильно. Повернуть надо было. Это нам на будущее. Теперь пойдем изготавливать другое место. Мы должны тоже схему. А, запоминай. 1, 2. Раз, два, три, пять, шесть. А тут 8. А тут 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 на 8. 40. А, да, идем. А, возьмем. Где тут было? А, вот, сюда. Это следующее. Подожди, а это. 1, 2, 3, 4, 5. Ой. Вышел 3, паштет погулять. 4, 5, 6, 7, 8. Надеюсь, все правильно сделал. Потом опять. 2, 3, 4, 5. И должно соединиться. Теперь нам надо изготовить. Так, строительство на С у нас. На С. О, мне как-то кажется изготавливать. Подожди, а что? Пластину. Слушай, мне пластин не хватает. А здесь ты можешь брать, я их изготавливаю. Так. Вот детали. Где я прыгал, вот. Тут у нас все есть. Есть. Ага, теперь уже нету у нас. А я есть. А эта красная штуковина из чего изготавливается, вставить? А, то, что вот сейчас делаем там. Вот там добывается. Это есть этот красный. Просто берешь и добываешь отсюда. А, подожди, оно... Вот отсюда. Оно ведь... Чего? Это красное. Подожди, а там... Подожди, а там что было? А там синее. Синее. Фу ты! Синее. А я думал, чё? Блин! Дошло, да? Да, дошло, и еще другое вышло у меня. И вышел, сейчас отошлю. Ага. Как так было хорошо, а тут уже начало тебя вылетать что-то быстро. Так, о чем остановились? Ах да, нам надо. Ай, блин, надо было. Блин, надо было выйти. Значит, блин, опять. А, подожди, соединение, загрузка. Да ты его пришел? А, нет, не надо! Все в порядке, все. Все в порядке. Все. Можно и так даже делать, кстати. Просто выйти, потом опять. А, где я? Кто? Ты что, дурак? Я тут, я тебя вижу. Я не тебе. Я тут с камнем разговариваю. Со мной все в порядке. Пойдем. Я с камнем разговариваю тут. Автосохранение завершено. Так, о чем эмоции. Ах, да. Мы платформу, кстати, делаем, правильно? Сейчас я сейчас дойдет. Да, платформа, чего не хватает опять? Пластины не хватает. Добудь себе пути и пластины себе сделай. Да, я вот это самое, может, сейчас буду стоять. Короче, я постою пока что это. Поваляю дурака, потому что я умею. Нифига, ты можешь добыть сейчас себе пути. Они сейчас будут нужны. Слушай, видишь, я сейчас дурака валяю. Видишь, как я дурака валяю? А, ты не видишь.
ты делаешь вид, что ты работаешь, получаешь желтую карточку. У нас на работе, у нас карточки в виде наказания, карточки, желтые и красные. Короче... Желтое — это предупреждение. А, да, красные были, ты. А красное — это уже денежное. Короче, я сейчас, если серьезно, Рауль, если серьезно, то я сейчас добывал руду. А ты поворачивал? Не, я это сам. Если... так, вставить. Вот, если что, я сейчас добыл 30 эти самые руды добыл. Где поставить печку? Да-да-да. Да, звездолёт. Да, я поставил. Вот именно, Рауль, я это самое. Стою, не просто так вот отдыхаю, я стою, это самое. Я могу тебе сказать, что ты занимаешься бессмысленной работой. Я тебе сейчас кое-что покажу. Иди сюда. Потому что у нас тут отсюда... есть... Нет, даже не отсюда. Это так тоже можно, но есть еще проще. Иди сюда. Отсюда. Едрит колотить. 162 тебе хватит. Вот, отсюда нажимаешь. Ой. Вот это нажимаешь. Вот это. Левая, которая. Вот эта стрелка вниз, которая. Отлично, молодец. Не, я... Блин. Ты взял прутья? Да, я взял прутья все. Минутку, вставить. Чего? У меня уже... Зачем тебе же прутья? Тебе прутья уже не, есть. Не, я думал, я вставить сюда... У меня что, руды нету? Ой, блин, у меня что, руды нету? А у меня теперь в карманах... А, у меня в карманах руды нету. Да, идём. Нажимай вставить. Руду красную тебе есть? Красной руды нет у меня, подожди. Красную руду я уже всю выложил ведь. Да, я выложу. Ай, комары. Ага. Подожди, ой. Да ё-мо, ты чё, дурак? Ой. Минус. Так дурак опять стоит тут. По центру тут мешает нам. Подожди, а где у нас был завод наш? Подожди. А как-то... вот здесь ещё. Подожди, вот подожди. А по карте видно место приземления, да, ксеноруда. Вот тут вот где-то. Где-то она тут была. Вот так, она. Так, опять нам нужно добывающий дрон. Нам надо 8 деталей оборудования. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом. Электронный компонент. 5 штук. Раз, два, три, четыре. Хватает. Потом. С строительство. Так, что у нас? Сжигать биомассу ведь нам нужен, правильно? Естественно. Тебе можешь. Ты можешь разделить Путина пополам, мне не хватает. Угу. Разделить пополам, пожи выбросить предметы, автосортировка. Как и. А как делиться? Подожди. А как поделить пополам-то? Shift, сейчас ищу, как-то мы делили. Разделить. Вот, пошли выбросить предметы. Вот, я выбросил, Рауль, паштет, паштет, вот здесь паштет, Рауль. А как ты поделил? Вот именно я shift левой кнопкой мыши вроде бы, я не помню. А ну-ка. Сейчас. Да, ты прав. Ты прав, все правильно. Или нет, или правой мыши, я сейчас... Тебе пластины не хватает? А что за пластинами? У меня только 17 пластин. Оставь пока себе. У меня самого мало. Я только добыл себе пластины. Ой, как все дорого стоит. Есть. Теперь у нас добывающий дрон, плавильный меч и сжигатель биомассы. Все четко хватило. Еле-еле, но хватило. Вот. Так, добывающий дрон. Как бы его там поставить? Где наш первый? Надо просто посмотреть это самое. Может быть, сфотографировать на телефон тебе это самое, чтобы это... Не бегать туда и сюда. Сейчас посчитаем. Сейчас я даже... Давай-ка я сфоткаю, может быть. Так.
Да не, не парься, я же знаю, как запомнить. Она будет напоминать букву... Скобочка. Как скобка. А ты сейчас крас... Так, а где ты? Где ты у нас был? Сейчас, минутку. Я найду Рауля. Сейчас, подожди, где тут Рауль? Сейчас я найду... значит, Рауль. Где у нас Рауль? А, да, все-таки отослал. Так, посмотрим. Так, значит, блин, неудобно. Сфоткал, конечно. Конечно. Ага. Неудобно я сфоткал. Значит, с одной стороны должно стоять этот самый, как его, вот эта вот штуковина, которая дым валит. Ага. А, точно. Самым это самым, вижу. Да, вот тут на углу, кстати, да. Он должен стоять. Мы как-то сверху фоткали. Помнишь, как мог? А, сверху-то сверху, подожди, а как мы сверху? Подожди, у нас есть где-то строительный прям в Майнкрафте. У нас есть камень, кстати, у меня есть камень. Подожди, ведь я сейчас ведь могу запрыгнуть на камень. Подожди, мне просто интересно, ведь я могу строить блоки и вот так вот прыгать. Хорошо. Теперь нам надо построить два манипулятора. То есть. Рауль! Да. Рауль. Хотел, да, хотел сверху. Сейчас тебе будет сверху. О, ты специально заморачиваешься, ну спасибо тебе. Родина тебя не забудет. Да-да-да. Расстреляет. Построишь хорошее изобретение для народа, тебя расстреляют. Да, враг, да, враг народа. Так, я тебя отправил все, что. Ага. Уже. Нам с тобой надо добыть лучше красной руды. Срочно. Блин, теперь надо столб сносить. Да. У нас с тобой бизнес. По добыче ресурсов. А бизнес, подожди, бизнес. Ведь записываю я. Да, записываю я. Окей. Ага, подожди, а ведь я... Бизнес на планете. Бизнес. 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 You are busy, man. А, подожди, а с этой стороны... ну с этой стороны ничего такого нету. С этой стороны только те самые, как его, символы. То, что открывается, то, что закрывается. Ну, эти самые, как его называется-то. Пусть тогда веб-камера здесь находится. Значит, я... Пошли, а у меня... Пошли? Я могу. Все, короче, я пошел. Я в эту сторону пошел. Сейчас я посмотрю, кстати. Кстати. Сейчас, минутку. А он неправильно построил. Или правильно? Минутку. Нет, вроде правильно. Нет. Неправильно. Можешь переделать. Это вот это вот должно стоять. Вот. В этом. Ладно. Я вижу сам, да, я перевернул. Неправильно. Подожди, а как снести-то? На букву F. Буква F. Я пока возьму себе пути. Значит, здесь должно стоять штуковина, которая в эту сторону. Так, это вот дроны должны стоять. Дроны должны стоять. Ага. А где это? Погрузчик чертежей. Погрузчик еще сделаю. Погрузчик чертежей. Добывающие дроны, все нашел. 4. Подожди, цифра 4 у меня, вот. Она должна... Да ёп! Почему они ставятся сюда на угол?
А, я тебе вспомнил, почему, как вы... Попробуй наоборот, вот сюда поставить. После зеркаль сделаем. 4. Тоже не. А, подожди, минутка, как поворот на R? На R. Странно. Он себе тоже не хочет. Отсутствует промышленные блоки чего? В радиусе действия отсутствие промышленной руды блоки. А. То же самое дело, только зеркально. Подожди. Оно должно стоять, пожалуйста. А как оно должно стоять-то? Вот так вот? Таким? Нет, так не надо. Ой, не так. Нет, а, разбери тогда. Да, разбери. А, давай. Сейчас, секунду. Давай, тогда я... Сейчас исправим. Да, он... Окей. Или сейчас, сейчас. А, где у нас промышленный? А, нет, все есть, все есть. Окей, окей. Так, как было по схеме? Он в углу стоит. Он должен в углу стоять. Подожди, в углу и... Да, вот так вот, в этом, да, вот так вот где-то. Ну, примерно так. Вот так вот, да? Ну да. Наверное. А печка у тебя? Печка, сейчас. Печка, пора. Где она? Да, вот она. Цифра 4. Ой, цифра 4. И смотри, как все выпало. Так было? Или нет? Пошли. По-моему, здесь стояло, не ближе. Оно стояло... Кажется, где-то вот здесь. Пошли, оно идет сюда. А, это сюда пойдет, да. Сюда, вот сюда печку можно поставить. Вот сюда. Да? Вот сюда пойдем. Да, сюда ставим. Угу. Ой. Тьфу ты. Ой, не так. Не так, правильно? А, повернуть надо экран. Да, в эту сторону. Подожди, если я экран поверну, то как он будет опитываться, вопрос. А4. Ой. А, никак. Здесь проводов нету такого. Эш. Подожди, если я загружу питание, он работает, да, теперь? Да. А, ну да, вот так вот, сюда. Тут вот эта вот штуковина стоит, да. Сюда два конвейера идут. Два конвейера, пожалуйста. С. Ой, а экран как стоял? Сейчас посмотрю быстренько. Давай. А, не могу даже по логике все. Стой, нет. Я вспомнил, как надо. Сейчас представлю. Подожди, тут надо... Смотри, где экран. Широкий. А где экран? Я не вижу. А, во! Да, вот тебе... Угу. Два ставь. Отлично. У меня нету второго, я не смогу скрафтить. Подожди, или смогу? Смогу. Мне тоже ресурсов не хватает. Сейчас, четвертый, у меня хватает. Вот. Ой, опять я неправильно. Секундочку. Было удобно, знаешь, как все-таки экран сюда был. Вот, тебе правильно. Да. Это конвейерная лента, С. Конвейерная лента, изготовить. У вас есть все нужные машины, чтобы соединить наоборот. Добывающий дрон с плавильной печью. Чтобы подключите погрузчик к каждой машине, а затем соедините их с помощью конвейера. Во! Когда закончите... Вам нужно будет построить другие плавильные печи и запустить изготовление пластины прутков, чтобы выполнить задание. Так, кстати говоря, командный центр все еще не отвечает. Мы почти достигли цели, и нужно срочно получить дальнейшие указания командного центра. Просто так делать? Да обойдет командный центр этот. Да, почистим. Точно. Вот, кстати, биомасса заодно. Поместите 4 половинных печи.
Зачем столько печей? Чего? 24,5 печи. Зачем? В чем смысл? Я не знаю. Ладно, сделаем. Так, подожди, ну. Мы сейчас хитрим, мы посопоставим и удалим. Знаешь, мы можем, знаешь, что сделать? Просто продлить эту судовод, вот это вот убрать конвейерные ленты и поставить. Здесь поместить читы, смотри, сейчас хитрим. Сейчас построится. Смотри-ка. Раз. Черт. Это не зафиксировалось, обидно. Придется по-твоему делать. Или нет? Пожди, это дроны. Это сюда оно идет руд. Сюда руда идет. Я не то построил. Пожди, сюда руда идет. Это я построил. Ага. Не, подожди. Если я сюда протяну. Подожди. Я не то построил. Может сработает мой план. Подожди. Ага. Смотри. Output. Поставлю. А, видишь, сейчас и удалю их. Все, задание выполнено. Сейчас еще это построится. И не то построил. Я понял. Все. Поставь на место. А то задание не выполним. Задание не выполним. Еще это поставь. Да, сейчас. Поставь печку. И можешь убрать. Все. Мы выполнили первое задание и запустили плавильное производство. Отлично сработало. Нам должны были поступить новые инструкции, но что-то блокирует связь. Видимо, придется импровизировать. В моих архивах есть чертеж исследовательского сервера. Проведя анализ материалов, я смогу сделать чертеж аварийного маяка. Мы здесь, кстати, тоже схитрили. Давайте построим исследовательский сервер. Так, что нам надо? Ты болтал, я... Так изготовьте исследовательский сервер. Исследовательский сервер, подожди. Нашел. Пластин нужны. Пошли, вот, исследовательский сервер, 20... пластин нужно, 20. Есть. Пластин. Я только что взял пластины, можете смотреть, заново изготавливается. Уже строю. А куда мы поставим исследовательский центр, подумаем. Управление взять. Ой. Слушай. Родион, у меня идея появилась. Видишь эти все некрасивые кусты? Ну? У меня уже готов исследовательский центр. Но прежде чем мы поставим исследовательский центр, у меня есть предложение. Ну? У нас есть вот эти штуки, да? Давай мы здесь красиво все зачистим и построим здесь типа... Это... Блоки строительные поставим, чтобы все красиво было. Все зачистим, дерево, и нормально построим. Я думаю, это самое не около вот этой плавилки. Тут мы будем строить эти самые, как его называется-то. Около плавилок мы не будем строить, потому что мы около ведь плавилок будем строить этот, как его называется-то. Давай думай тогда, где будем строить базу. Не, давай я думаю. Здесь будем. Я не знаю, Рауль, в том, что около плавилок точно не выход, потому что там. Около плавилок мы там будем строить эти самые производства ведь. Большую. Да. Чтобы было место, где можно это... Согласен. Вот мне интуиция подсказывает, что надо строить именно здесь. Да тут, блин, тут открытое место, кстати. Большое. И смотри, Дион, и надо изготавливать вот эти. Чего изготавливать? Короче, вот эти, как называются... Да, платформа. Во, платформа. Короче, вот такое задание. Строим как можно больше и чтобы красиво было. Это для ориентировки поставил. Чтобы по высоте. Видишь, как тебе заранее? А то сейчас опять была бы путаница, опять бы мучились бы, а так все красиво сделаем. И ты занят, и я занят, и все счастливы. Согласен? Я очень счастлив, прямо. Я знаю. Песок копать.
Okay. Вот когда будем с тобой фактор играть, нам надо также будет повторить, все красивенько сделать. Фактория. Ты чё? Ты сколько ты будешь тут? Да у меня столько в это самое не смогу я построить, пожи. Научный пакет. Ты куда там разогнался так? Ну да, поменьше каши, согласен. Строительные чертежи. А пластины легко сделать, сейчас это руда там накопит. У нас теперь все есть. Мне 84 штуки. Кого, песка? Нет, это платформа. Смотри, как можно проще. Это у тебя, у меня-то... А здесь вот заделай, пожалуйста. Отверстие. Вижу. Не... Отверстие, да, не дырочка, а отверстие. Да-да-да-да-да. Дырочка у тебя в одном месте, а у нас отверстие. Очень да. Красиво. А мне не хватает уже. А ну вот, видишь? Готовить. Так. А у нас пластины изготавливаются. Ага. Где наше месторождение? Я не знаю. Темно на улице. О, планета, ничего себе. Где наши эти печи? Раз, чего? Я не понял. Рауль, у нас проблема. Какая? Посмотри наверх. Куда я смотрю? Батюшки мои. Имперцы нападают. Так, слушай внимательно. Иди сюда, я сейчас выкину. Я взял только что 94, сколько там было. Как бы поделить шрифт вправо. Я дам тебе 46, это пополам будет. Разделить. И я тебе выкидываю. А как выкидывать? А, выбросить предмет. Я тебе выбросил предмет. Бери. И изготавливай эти платформы. Я пошел, это сам пожар. А где? А, довольно, кстати, много изготавливает. Из одного он делает 10. Чего? Он по 10 делает. Ага, по 10 это делает. Хорошо. Это. Так что раз. А где мы строили? Пожди. Алло. А вот, нашел. Бля, это что такое? А, это просто камень? А я думал, что за фигня? Нет, что-то маленькая база, еще расширяемся. Мы можем это себе подожди, позволить. Подожди, это какая у нас? Синяя, правильно, руда? А, нет, это не синяя руда. Подожди, а что у нас по рудам здесь? О, 200 штук, хранилище заполнено. Блин, Рауль. Бери тогда и пускай заполняется по новой. Ты не понимаешь, это... нам нужно срочно... Это как фактор. Пошли, нам нужно... Сейчас. Пошли. F убрать. Подожди. А я могу сюда закидывать? Пошли, я могу сюда закидывать? Сейчас, минутку, я могу скопировать? Подожди, я не могу скопировать. У нас контейнер есть, у нас нет еще контейнера. Подожди, мне нужно две штуки вот таких вот. Изготовить. Ага. Чё ты там разбираешься? Нас без 4. Ресурсов останешь, без кредитов. Так, подожди, цифра денег. 4. Подожди, да ё-моё, как R rotate? Сюда. Ой, я неправильно поставил, подожди, F. Сносим. Подожди, да, уберись ты! Ты хотел сделать войне. Сейчас. Ты хотел вдвойне это сделать. Ротейт. Поверни. Угу, вот, тебе правильно. И посередине надо эти ленты. Баттон. Сейчас помогу. Все, тебе должно работать. Пожди. Сейчас посмотрим, что там.
16. Есть быстрее. А, типа быстрее будет. Чего? Паша, кстати, чего? Неплохая идея. Паша, а почему? Чего? Так, output это выход. Input это вход. Instant. Output. Паша? Чё-то не вышел на стене. То есть для проживания наша жизнь. Паша? Ладно, продолжим. Чего? Минутку. А почему? А... Пожим F. Я уберу вот это, дай-ка посмотреть. Он вообще идет. У меня столько песка немерено просто. Ага. Скорость ходьбы 100%. Интересно. Пожди. Чего? Ой. Так. Р. Допустим, отсюда. Ага. Эш. Конвейер. Ой, как-то чуть-чуть неудобно. Ротейшн. Ага. Вот теперь работает он, да? Работает. А что я наделал? Подожди, я что-то наделал не то. Я что-то не так сделал, кстати. Да-да-да. No. What have you done? Да. Мистер Пиклс. Мистер Пиклс. Так что. Сейчас. А, мне пока хватит. А, он идет. Ага, он идет. Окей. Идет. Так, сейчас. Если что, я взял, не переживай. Ага. Сейчас, минутку, ротейт. А ты хочешь ускорить? Не, я хочу ускорить, но я просто не понял, как я сделал. Так, минутку. И не забудь еще конвейер поставить. Ротейт. Да. Просто и тут дорожка. Надо ротейт поставить. Да. Вот именно правильно надо это самое поставить, как его. Выход правильно именно. Все правильно. Есть быстрее. Не. Или без смысла, да? Тогда удаляй. И я пока что output no found it. Подожди, почему нет? Подожди, not output not found. Чего? Подожди, output тут есть. Почему? А? Все идет. Я думаю, знаешь, почему очереди стоит? И поэтому заполнен. Он здесь в очереди стоит. Он ждет, когда печка с вами будет работать. Надо, если хочешь быстрее, надо вторую печку строить. Ты просто не видишь. Ты просто не видишь, он там в очереди просто стоит. Ой, что-то там. Ага. Удалил лишнее. Вот так вот. Сейчас. Это если хочешь печку построить, вот сюда, допустим. Сейчас поставлю. Я знаю, что допустим. Ротейт. Поставь сюда. Сюда сейчас все сделаем. У меня лента есть. Не, вот сюда, где будто бывает. Поверни. Поверни. Неправильно. Чуть-чуть неправильно. Ой. Не-не-не. Это можно убрать. Тут бери, чтобы к тебе пошел. Так. А давайте я помогу. Не, я это. А, ну да, сам я неправильно поставил ее. Я неправильно. Одну поставь. Это я ленту проведу. Не, я сейчас это. Потому там... что. Сейчас другое поставлю. А, фундамент отсутствует.
фундамент? Как раз фундамент? Есть фундамент здесь? Нет, если фундамент не будет, фундамент это как электричество подземное. Понимаешь суть? У меня так не сработает. Он будет вот через... Сейчас помогу. Я понял, что ты хочешь делать, но сначала надо фундамент сделать. Фундамент как электричество работает, как провод. Так, это будет достаточно, так. Теперь поставлю печь. Output. Ага. Так, теперь он должен быстрее прийти, не? Есть? Нет, нет, он будет в очереди стоять. Печь не успевает перерабатывать удол, он стоит в очереди. Блин, он как медленно сейчас... работает. Я знаю, что ты хочешь делать. Он медленно работает. Очень немножко так. Будет некрасиво, конечно, зато быстрее будет. Подожди, сейчас, минутку. Раз. Как там забрать? Вот это забрать, да. Я заберу всю руду и вручную его положу. А, есть идея. Отличная идея. Я вручную положил. У меня есть отличная идея. А можешь сюда поставить погрузчика? Родиончик. А? Ты здесь? Ты где там? Поставь погрузчика сюда. Вот так вот поставь. Вот сюда погрузчик. Ну, поверни можешь. Это не обязательно. Да. А, нет, поверни еще раз. Постройка, где написано, постройка должен быть здесь. Давай я поставлю. Это будет вот так вот. Потом сделаем так. И подключаем. И будет быстрее. Вот. Твое желание исполнено. Вот иди сюда. У тебя сделать так, как ты хочешь. А фундамент как повод идет. Мне пофиг. Просто у нас это самое. Мы слишком медленно. Это самое. Блин. Мы слишком медленно. Да нет, завод быстро работает, пока мы это тормозим. Взять? Мне не надо, пока делаю вот эти фундаменты, я пошел дальше строить. Фундамент. По Discovery Channel идет. Ага. Спасение дома называется. А тут он много, да, руды? Блин, один конвейер очень много, кстати, выдает. А 10 штук делает. Не, я в том, что один конвейер очень много, кстати. Тут надо это... Ага. Погоди, а тут выходов только... Выходов только 4, да? То есть в каждую сторону по 2 можно поставить. А он неудобно. Печка будет не успевать перерабатывать. Он будет стоять в очереди, как и здесь, видишь? Подожди, если я сюда... Подожди, если я вот снесу к херам, вот того снесу к херам, понимаешь? Не, я просто другое все думаю. Короче, знаешь, что делать, Рауль? Так, минутку, давай печку сломаем эту. А, ну ладно, можешь переделать. Подожди, сейчас возьму, вот себе пластину. Подожди, я только, знаешь, я по-другому хочу построить, Рауль, сейчас. Да, вот конечно. Так вот. Вот это вот, одну штуку сюда, смотри. Ой, нет, блин. Да. Ой, да не так. Да ёпарасы так. Ротейт, блин, Пожалуйста, где у нас? Вот это ротейт. Вот. Из-за планшета смотреть. Вот. Вот так вот одну поставить. Ой. Потом эту ломаем. Ставим сюда рядышком. Потом это все ломаем. Нафиг это. Что паштет наградил тут? Наградил? Да.
А, есть такой прикол. Факторы, ты играл, правильно? Да. Да-да. Иди сюда, ты сейчас поймешь суть. Она не вечная. Куда заканчивается? Построить вот так вот. Как там было? Это выход? Это выход? Да, это выход. Это выход. Вот это выход, а это вход. Я понял. Ты уже не делаешь неправильно. Да, да, да. Вот подойди сюда ко мне, ко мне. Эти дырки должны быть посерединке. Отверстие. Вот это ты правильно поставил. Дырки. Дырки. Ты молодец, кстати, ты лучше сделал. Во! И он будет тебе сразу же две штуки выгружать. Вот это сфоткать надо. Вот это красиво. Он сразу тебе две штуки делает. Сразу же. И мы можем то же самое, короче, и эту вот фигню мы можем просто... Ой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вот... тут выходит. Вот и 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот это вот убрать. 8. Короче, вот эту вот фигню можно... Одну линию убрать. Я землю поставлю. Нам она нафиг нужна. Пока что мы ведь конвейеры не будем проводить пока что. Нет. Ну вот пока что мы не... Если надо будем. Ну да, построим. Вот 4 есть. А ты как получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 на 8, что? А, еще меньше хочешь? Я не знаю, здорово. Рауль. Я не знаю. Нет, все правильно, правильно, правильно. Все правильно делаешь. Чем меньше, чем лучше. Получается, вот. Это надо убрать? Я не знаю. Можем убрать здесь. Не-не. Потому что ведь пока что ведь конвейеры мы не будем ставить. Пока что ведь, правильно? Нет, мы будем максимально будем делать это. Рационально. Во, видишь? Во. И теперь мы можем с этого то же самое, пожди. Он у него там много руды. Пожди, много руды. Руда, пожди, где руда у нас тут? Руда. 200 штук у нас руды. Блин. Много. Ой, не то я хочу делать. А-а-а! Я помню, ты как плюс делаешь, форму плюса. С этой стороны. Но здесь не получится, ладно. Это как С будет. Я понял, что ты хочешь делать. То же самое, как это, только с этой стороны, правильно? Так ты печку надо переставить. Ой, не то. Сейчас будет не работать. Вот так вот сделаем. Смотри. Вообще... Сейчас. А теперь... Поставить. Так, если заработать. Смотри, где он. Да. Все отлично делаешь. И мы, кстати, сразу же 4 будем делать. Я просто не знаю. Гений, четверо. Гений, конечно, гений. Ага. С этой стороны. Так, понял? Че? А, ну да, с этой стороны. Ладно, я подолжу строить нашу базу. Давай. А ты пока делаешь. Давай. Давай. Будет правильно. Давай. Так, пошли. Ротейшн. Ротейшн. Так, ты нафиг. Здесь надо 4. Тут надо платформу поставить еще. Блин, с этим с гением не страшно жить. Какой я гений? Я не гений. Ты гений рациональной экономики. Потому что я это самое просто в Satisfactory. У меня там не знаю сколько в Satisfactory часов. Ты хочешь сказать, ты просто опытный инженер. Да нет, Рауль, какой я опытный инженер? Да я просто играл, я Satisfactory играл. А у меня там, правда, не очень-то получается. Скромный. Да, С. Пожди, мне нужно еще, знаешь что? Еще одну печку надо построить обязательно. Сжигать тебе у массы зачем? Дроны. Повинная печка, да. И чё? А, всё, есть. Блин, а!
Примерно 4 штуки. Раз, два, три, четыре. Давай еще. Еще 4 поставим. Пусть кайф побольше будет. Чё? А, ну да. Сейчас. Надо еще фундамент. Rotation. Подожди. Неправильно. Вот. Во! Так, я заберу. Ха-ха-ха! Работает все! Заберу. Ты молодец. Ага, умеешь, могёшь. Еще сделаешь? С другой стороны. Ну что, еще 170 труды добыть. 178 идет. 175, 174. Еще можно построить. Где-то редко колосить. Офигеть, мы 4 печки уже. И все печки чем... И все печки плавят. Да, и все печки... Но. Ой, да ё-мё, да я хочу забрать руду, спасибо. Ой, не руду, а эту. Забрать, спасибо. Угу. Так, значит. Так, мне, да, с этой стороны то же самое надо. Блин, а с этой стороны тут руда, это стоит ещё. А я тем временем расширяю нашу или базу. Или не надо. Или не надо, или а надо. Хо-хо-хо, я просто сейчас... Печку? Не, просто понимаешь, что тут руда мешает. Подожди, а если я поставлю... Ладно, давай попробую. Ладно, сейчас я придумаю как-нибудь поставить-то удобно. Да удобно-то не получится поставить-то. Платформы. Так. Цифра 7. Так. Ой, как ветер приятно дует. Угу. Ветер дует в спину, не пора ли к магазину? Давай я постою, подолбаю руду эту. Мне интересно, сколько тут в этом самом. Куда ты по сути сделал крест? Со всех сторон. И покинуть все равно мало. Так что ты все правильно делаешь. Так, что тут надо? Так, положить руду. Так, руду положил я. Так. Так, 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 цифра 7. Так, что там надо было вот это ставить? Rotation. Кстати, оно не будет. О, оно не будет на руде, наверное. А, или кусочек руды придется задеть. Окей. Пожертвовать. И так, ты ладно. Думаешь еще здесь построить? Не, с той стороны я не думаю. Там руда. Пускай эти самые выкапывают эти дроны. А потом, когда они выкопают много... Ну, сейчас... Надо технический путь еще надо сделать. Rotation. Дожили. Rotation. В эту сторону. Не хватает выхода теперь. Значит, выхода не хватает ему. Сейчас.
Мне нужны фундаменты. Значит, на C крафт. Фундаменты крафтим сразу же. Надо много фундаментов. А что у нас по топливу-то? Мы там... Да я много-то поставил, оно ведь... Да я много-то поставил этих самых, как его называется-то. Этой фигни... От топлива-то надо тоже подкидывать. Ой, нет, зачем я сюда поставил эту фигню? А... Подожди. Молодец, сказочный волшебник я. Значит... А, мне нужно... Ты величайший гений всех времен. А, мне нужно еще две печки поставить. Подожди, да, гений, конечно. А, две печки. Какой биомасса? Мне нужна плавилка. А, это малая плавилка. А есть, наверное, большие плавилки потом будут. А, так, значит, это rotation, да? Rotation. А, rotation. Conduration. Опа, печка. И еще одна, да ё-моё, еще одну печку поставить надо. Сейчас, rotation. Воооо, шикарно. Теперь мы вообще делаем много. Ага. Теперь мы вообще очень много делаем, только непонятно, подожди. А сколько руды остается тут? 176, 175. Да ему все равно много. Да ладно. Пойдем. Или нет, не, или немного. Он по 4 добывает каждый раз. Вперед, он каждый раз по 4 добывает дрон один. То есть мы... Спасибо, дрон. То есть мы... Или один. Ага. По 4 вроде бы. То есть мы вообще сейчас... Короче, завод будет вообще сейчас... не простаивать не будет дрон. Ой, дрон. Просто... Не... Это так, минутку. Да ёпперс это, заберите ты. Забираем все. Так, я забираю всю руду свою. Забираем все свои эти... Я пошел. Я ухожу. Ядрит колотить, как красиво, а? Как красиво. Мы это самое прямо в небо коптим, а? Ой, как хорошо. Ой. Ой, точно. Как я устроил тут. Ой. Шашлыка не хватает пожарить. Ой. Ага. Подожди, Рауль, подскажи, а где еще второй там было? А, второй. А, сейчас покажу. А. Вот он. А, он около корабля. А, он... А я не вижу, потому что тут... Рауль, это что? Это что такое, Рауль, вот это вот? Это что такое? Почему так мало дыма? Вон там, посмотри! Вон там фигачит! На всю Ивану... Там фигачит! Ого-го! Ого, ты здесь будешь то же самое делать? А, да, тут только... Не понял? А где дроны? Алло. Дроны есть. Может, чего? А, руда просто полная. Руда полная. Блин, опять, я понял. Дроны опять херню пинают... значит... пинают болты. Так, минутку. Тогда разбираем. А, у нас культурный канал. Да, так, значит... подожди, так культурный-то культурный, подожди, а я не могу понять, культурный ты, бескультурный. Канал, анал. Подожди, это что это? Очень, у нас очень культурно-познавательный канал. Подожди, да, только сейчас я не могу понять, почему? Ага. Подожди, культурный так культурный, подожди, я сейчас не могу понять, а как мне сделать-то лучше? Блин, как первый раз? Да, вот как первый раз.
Я бы сказал бы тут. Один раз мне... Подожди, а в эту сторону я могу? Да, в эту сторону тоже я смогу. Блин. Интересно. Я просто сейчас, допустим, вот так вот. Это сюда. Потом конвейерные ленты сюда идут. Допустим, это мы сносим. Да! Идешь ты в баню. Это мы сносим. Так, печку сносим. Потом печку берем, ставим сюда печку еще одну. Значит, печку мы это... Значит, печку... Печка ротейшн. Печка ставим сюда. Вот. Он нам делает этот самый, как его. Правит эту штуковину, плавит. Значит, берем, ломаем эту. Ставим фундаменты две штучки. Ставим. Ага, ставим, конечно. Так, надо печку мне. Плавильная печь малая. Две штуки давайте делаем. И еще две штуки заодно. Так. Значит, печку одну. Сюда печку ставим, значит, ротейшн сюда. В эту сторону ставим. Сюда ставим. Сюда ставим. Ротейт делаем. Не так, вот так вот сюда. Сюда вот так вот. Потом конвейерные ленты. Вот сюда. Вот сюда конвейерные ленты. И он должен сейчас плавить. Нам... Да, он плавит. И тут плавит. Замечательно. А теперь в эту сторону то же самое делаем. Сейчас мы это все быстро обустроим. Значит, тут надо 4 штуки. Значит, 4 для этих. А потом 2 штуки для этих. И вот так вот. Да. Опять. Так, получается не то, что я хотел. Так, ротейт. Ротейт сюда конвейер. А, я неправильно поставил, кстати. Тут надо. Значит, ротейт. Сейчас. Да. Конвейерные ленты. Ротейт сюда. Сюда конвейерные ленты. Я неправильно построил, кстати. Это я. А, против F снести. Так, значит, заделать сюда. Так, сюда 4 штуки. Сюда вот это вот. Сюда печку ставится. Прошли печкой, сказал. Сюда. Вот. Прошли? Ну да, сюда. Правильно. Прошли, он плавит, да? Да, плавит. Ой. Так, значит. Нужно еще мне эти самые, как его. Значит, раз, два. Раз, два. Ага. И раз, два. А, зачем мне уже было? Ладно. Потом. Пум-пум, цифра 7. Ломаем это все. Так. Так, ставим вот это. Значит. Так. Ротейшн сюда. Ротация вот сюда. Вот. Замечательно. Пошло. Производство, значит. И в эту сторону то же самое строим. Значит.
значит. Так, значит. Rotation сюда. Какая музыка спокойная. Точно. Так. По такой музыке можно расслабиться и заснуть. Ага. За рабочим столом. Ага. Завод это сам остановится. Производство остановится, экономика упадет. И все будет печально. Да, но зато выспался. Выспался. С концом света. Не, ну... Подумай, что весь завод остановился. Может, от нас все зависит. Завод остановился. Так, минутку. Так, минутку. Мне еще надо две штуки. Вот этих. Две штуки вот этих. А, конвейерная лента еще нужна мне одна. Вот еще конвейерные ленты. Погнали. Вот. А, ага, вот. Нет питания. Чего? Какого нет питания? Ты что, дурак? А! Всё. Блоки, дайте. Всё, есть питание. Вот, другое дело! Задымило производство. Превосходно. Отлично. Я скоро же тоже заканчиваю. Так, это что за... Это что такое? Произведение искусства. Произведение искусства, я тебя подсую сейчас, произведение искусства, сейчас. Так. Ой. А ну можно и так. Вот тебе произведение искусства. На. Хотел нам с собой уютный домик сделать. Пиписку. Пиписку построил. Пожалуйста, что нам вообще нужно? А, я знаю, что да, покласть. Сейчас это очистим. А, исследовательский центр. А, исследовательский центр надо построить. А то я думаю, что мы... так, мы основные эти самые, как его называют, компоненты-то производим уже. Куда, пацан, посередине? Да какой посередине? Давай с краюшку. Давай на самую... Да, на самую-самую с краюшку куда-нибудь. Чтоб оно... Чтобы продвинуться в исследованиях, вам печку. Нужно создавать научные пакеты. Подготовьте их вручную и вставьте в исследовательский сервер, чтобы изучить чертеж аварийного маяка. Давай пока печь сюда поставим. Потом можно передвинуть. Если что, потом мы передвинем эту самую. Когда уже конвейеры пойдут или так, что-то там. Да. Передвинем все это. Я в том, что... то знаешь, как этот самый, как его... Там был один человек со мной играл. Я вспомнил, нам надо сейчас это... Пакеты строить. С. Они делают... А технические пути делаются? Где-то. А вот, я 4 пакета могу скрафтить сразу же. Скрафти сразу? И нам надо выбрать исследование. Едрит колотить. Это долго. Сборщик. Это нам. Готовьте пакеты. Исследуйте аварийный маяк. Аварийный маяк. Ага. Положить. Путь я возьму. Вот. Так.
Ой-ой-ой, он вручную это долго, он крафтит. Поэтому надо сборщика исследовать. Да. Это следующий. Без сборщика здесь будет вообще нечего делать. Да, ты прав. Это так же сам, как в Satisfactory. Mm-hmm. Можно тоже... и вручную, но да. Лучше. Да. И, кстати, в Satisfactory вот там некоторые эти самые крафты невозможны некоторые. Вручную. Да, знаю. Ну тебе что, у тебя есть оригинал, да, как бы? Факторио, да. Да, факторио, да. Очень хорошо. Очень хорошо. О, мы выполнили. Готово. Теперь у нас есть чертеж аварийного маяка. Изготовьте и разместите его подальше от своих машин. Спасательные отряды часто приземляются прямо на место установки маяка. Придется на базу поставить. Он к херам все разнесет нашу базу. Типа узнать, где мы находимся, да? Да, изготовить. Изготовить исследовательский сервер. Постройки. Ой, сделаешь, мне долго будет делать, я пакеты делаю. Подожди, что надо? Изготовьте аварийный маяк. Подожди, научите пакет, исследовательский сервер. Подожди, чего? А где он? Аварийный маяк. Не хватает 5 электронных компонентов. Чего? Электронные компоненты 5. 5 электронных компонентов. Это где это? Детали. Электронные компоненты. Это плюс моток проволоки. А, моток проволоки. Технически... Ага. Моток проволоки типа надо. Нет. Чего? Моток проволоки надо? Ой. Я на все готов один. Сборщика. Сборщик у нас теперь есть. Поздравляю. Так, моток прутьев. Моток прутьев. Моток лучше прутьев. Они персонажа есть. Так, что это у нас? Взять. А, положить все. Взять. Нам сканер надо, потом нам надо теплогенератор построить, потом взять. Нам надо будет. Взять. А, он копает. Логический контейнер. Так. Ага. Так. Так, аварийный маяк. Так, минутку. Так, вот, моток проволоки. Готовить. Так, сейчас положим. Ага. Изготавливаем. Угу. Так, моток проволоки, пошли где-то. Вот, аварийный маяк. Размер 5x5x5. Устойчивость к взрывам. Ага, одну штучку изготовить. У меня такой миллион вопросов. Какие еще взрывы будут? Нас нападать кто-то будут? Я не знаю, тут написано устойчивость к взрывам. Написано. Я тоже это заметил. 5x5x5. И написано подальше от базы. Хорошо, подальше так подальше. А насколько подальше? Написано там. Я могу наконец карты подальше от базы. Да. Помнишь, мы ферму строили? Кстати, не зря стенку построил, сразу видно, где наша база. Чего? Ты уже поставил? Нет. Я после чертеж исследования ставлю. А, фу ты, ты не... меня. О, освещение. Хочешь освещение поставил? Исследование. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Таблички есть. Освещение есть, погрузчик второй линии, сканер руды и гнины. И гни еще будет руда какая-то. Так. Блин, я сейчас не знаю. Я думаю, гни будет важнее. Так. Мне нужно вот это поставить. Я поставил игни ставить, потому что потом...
будет нужное, потом не найдем. Он... А, он 5 на 5 занимает место, ёб твою. Ладно, вот так вот поставим. Все, поставил. И что? И чё? Вызвать на помощь, нажать кнопку. Какую кнопку нажать? Где? Какую кнопку? А! Отлично, теперь отойдите и взгляните наверх. Да ёб твою! Да, я забыл сказать. У нас будут еще и рабочие тоже. Ебать! Прекрасная находка. Это корпоративный командный административный бот C3BB. Ты чё, дурак? Он поможет нам установить связь с командным центром. Давайте сначала разберем капсулу и поместим ее в безопасное место. Ты чё, дурак? Убирай. Он к херам все разнес! Вы что там, дураки? Устойчивость к взрывам! Какой взрыв? Он, да он все к херам тут разнес! И мусор оставил. А, чего? Поместить хаб. Ой, что делать? Должен пакеты делать. Давай до 10, до 20. Вот так вот. Вообще дурак. Блин, ну чё? Это этот. Корабля надо отослать. Да пошли они нафиг, это там отослали. Я их сейчас пошлю, это самое. Там долбоёбы сидят. Боеприпасы где? Да-да. Вот прислали тебе. Где боеприпасы? Так, а кто тут дела? Ну, пока все хорошо. Хреново дела. Да, чуть ради тебя не придавили. Хорошо, что пойду по идее, что надо отойти. Ага. Надо будет в следующий раз проверить, что будет, если не отойти. Ага. Выкинется с севера. Ты уверен? Не знаю. Кстати, я же давно не выкидывала. Сейчас выкинет. Сейчас выкинет, готовься. Подожди, тап. Ага, тап. Ага. Подожди. На С. Как убрать? Убрать. Угу. Чего это? Чего? Лесное семечко? Подожди, это что такое у нас? Хаб. Размер 3 на 3 на 3. Стучок к взрывам. Чего? Так, я даже не знаю, куда поставить это. Ротейшн. Мебель для офиса руководителя. Интересно, интересно. Очистка воды. Раз, два, три. Теплица. Анна, зачем нам теплица? Робот, что, едят, что ли? Добро пожаловать, C3BB. Мы активировали этот аварийный маяк, потому что не можем связаться с командным центром. Добывающий лазер. Значит, космическая станция командного центра получила критические повреждения? Внезапный подрывной демонтаж? Это очень неприятно. И что теперь? Мы тут застряли? Будем следовать протоколу для чрезвычайных ситуаций. C3BB, проведи полный анализ происшествия. Мы подключим твой расширенный архив чертежей к нашим исследовательским серверам и построим автономный производственный комплекс, который сможет оказывать экстренную помощь. А, и чё?
А... Чё, погладить? Погладить? Серьёзно? Да. А... Разговор. Да-да, я тебя очень сильно понимаю. Ага. Так, Да, я думаю о вселенной, но давайте сначала попробуем в ней не сгинуть, хорошо? Гениально. Верно. Нужна машина, которая сможет изготовить обычные предметы. Вот именно. Хорошо, что у вас сохранился чертеж. Пойдемте изучим сборщик. Ага. Изучили уже. Дальше. Хорошо, гений математики. Для полной загрузки конвейера нужно 8 малых плавильных печей. 8. Значит, построим по 8 для каждой металлической руды. Слышал? Да. 8! Так как-то схитрить можем? Нет. Придется строить? Да. Наверное. Понял, 8 надо! А-а-а! Посмотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И еще сюда две можно. То есть на каждую... То есть надо 8 штук, чтобы все это самое... У-ху! То есть я правильно строил. Кстати, Рауль. Молодец. Слушай, я... Ладно, иди сюда, я... Гей! Я нашел для тебя работу. Работу нашел у меня. Сейчас покажу, смотри. Пошли, тап. Иди ко мне, ты поймешь смысл. Пожалуйста, где, да, где ты? Пожалуйста, где ты вообще? Чего? Пожалуйста, карта. Около нашей базы. А где-то ты тут. Построили. Ты где-то там. Пожди, М. А, я вижу, где ты с этой стороны, кажется. Настройка персонажа? Серьезно? Я хочу быть пурпурным. Я хочу от чуть-чуть тебя не Эдгаром назвал, от тебя. Да, а где он, кстати, попал? Принять. Я его заблокировал, кстати. А, типа дружба все? Да, о, кстати, я... Вот, Рауль, посмотри. Посмотри, я ведь фиолетовый сейчас, правильно? Нет, желтый. Фиолетовый? У тебя бур фиолетовый. Да? Блин. Ладно. Ща. И чё? Почему? Принять. А вот сейчас я фиолетовый? Да. О, отлично. Я хотя бы от тебя отличаюсь немножко, чтобы не было бы этот самый, как его называется-то. Да, иди сюда. Что видишь свою работу? Нет, не вижу. Возьми сканер. Сканер. И сканер просто руду. И отсканируй, и ты увидишь. И что? Ничего не вижу. Вот внизу ты не видишь? А! Чё по твою? Надо их добыть. Блин, еще тут надо раскапывать. Там как Майнкрафт уже. Майнкрафт. Нашел. Вот в этом твоя новая работа. Пожалуйста, это что? Построить опять печь. Пожалуйста, построить что? Опять печки. А, пожалуйста, это новая руда или старая? Да. Нет, новая. Это игнивая руда. Ты знаешь, сколько надо это расчистить? Тут песка этого, офигеть. Я балдею. Чтобы это в печке построить, да? Тут надо... много это само расчистить придется. А может там это дроны будут летать? Рабочие. Наверное, может быть, дроны могут летать. Логично. Ну, типа, ты здесь строишь, и где ты строишь, типа, рядом наверху. Главное, чтобы чуть-чуть было хотя бы видно руда. Наверное.
Ну ладно, тогда займешь этим, я буду дальше это строить исследование. Хитрый ты, а? Хитрый. Хитрый пиздюк. Вы в это кажись, тут наукой должен заниматься. Не, я сам не обижайся, Рауль. Я это сам. Я по-доброму именно. Ну да, да, да. Ну да, кто-то должен чем-то заниматься, а то. Магический контейнер есть, а где новый этот? Магический контейнер? А там случайно нету Авада Кедавра? К сожалению, нет. Не дошли. Я бы с радостью там это самое, кого-нибудь монстра за Авада Кедаврил. Ну вот, пока мне все строится, могу тебе чуть-чуть помочь. Все во имя науки. Во имя. Во имя строительства и науки. Админ! Yes. Ты, по-моему, свою руку потерял. А, да, цветочки. Ну, блин. Ты вот уже это разваливаешься. Да, разваливаюсь. Все, я думаю, ты уже можешь строить за это. Здесь помогу еще расчистить. О! Мы здесь подровняем. Ядрит колотить. Ядрит меня колотить. Я так раскопал. Позже раскопал. Сейчас. Ага. Минутку. Да со мной платформу надо строить, прям. Вот. Да. Кстати, здесь он это самое говорит сразу, что надо именно 8 этих самых построить, чтобы тут, этих самых печек, вот тут он, как его называется-то? О, кстати, тут еще есть. Серьезно? Да ну. Ага. Ядрит колотить, она тут большая руда. Нифига себе. Ого. Так, ладно. Платформы. Платформы. Так, погнали. Ладно, потом еще что уберем лишнее. Если лампу будет мешать, уберешь. Пожалуйста, они что, работают без. А, надо электричество. Молодец, ты гений. Ядрит колотить, он наставил тут. Наставил ламп. Лампа это роскошь нашего времени. Да, молодец. Он гений просто. Наставил тут это. Зато все видно ночью. А не, а кстати, можно ставить, типа, несколько ламп поставить, чтобы видеть, куда идти надо и где копать. Тут не копать, а где добывается наше это. А, это у тебя тут.
исследования. Украшения. Ограждение даже есть. Зачем? Так. Никто нападать не выйдет. Не знаю, может быть. Или нет. Сейчас, минутку. C-буковка. Мне нужно что? Дроны мне нужны. Мне нужны дроны. Дроны. Так он изготавливается, да? Да, он изготавливается. Так, дроны изготовились, значит. Дроны, подожди. Дроны. Поставить куда? Ну, допустим, сюда пока что поставим. Цифра 8. Цифра 8, минутку. Подожди. Я понял. Ага, то есть если я... Блин. Серьезно? Он будет не доставать. Вам не жутковато в темноте? Без паники, ББ. Можно сделать фонари, чтобы ночью было светло. Да ладно! Че, они достаточно яркие? Вроде яркие. Чего? Кнопочки можно нажимать. Ага. Подожди, а где ты фонари-то взял, понимаешь? Их изготовить можно. Уже. Да. Все, я вижу. Значит, раз, два. Сейчас я пойду два изготовлю пока что. Если ты такой, так, Рауль, тогда я пойду тоже сейчас. Минутку, где? Где наши заводы? Блин, где наш завод, который копчит? Блин, подожди, Л. Коптильня. Да, где наша коптильня? А, вон там одна. Надо одну поставить туда обязательно. Я даже не знаю, как поставить-то. Rotation. Как-то так. Это поставим так. Во! Так. Или нет? Сейчас уберем. Погоди. Так, вторая, где-то там была, где-то, а вот она, вторая, наша. Вот теперь ой, видно, хотя бы, что завод ой, есть у нас тут. Стоит, погоди, ага. Цифра 0. А, окей. Во! Вот теперь вообще видно! Ядрит колотить. Только не перестарайся там много. Ой, ёхай, да сколько ты переставил. Ты перестарался. Ведь ему тоже энергия нужна. Ничего, выключить можно. Зато все видно. Да, все видно-то видно, подожди. Цифра 8. У меня просто проблема маленькая, Рауль. Маленькая проблема, подожди. А его могу поставить наверх? Вопрос, а как оно будет добываться, если я наверх поставлю-то? Они будут вообще... Он умеет летать. Понимаешь? Он летать умеет. Рауль, понимаешь, вот видишь синюю, этот самый, закраску? Да. Он, видишь, если я сюда поставлю, он почти что полностью руду добывается. А если я куда-нибудь сюда вот поставлю, видишь, половины нету. А если вокруг так построить? Вокруг так вокруг, подожди. Мне просто интересно, а я смогу? Подожди. Сколько... Ладно, изготавливаем. Ядрит колотить, сколько я... Так. Мне просто интересно, а если я наверх поставлю? Подожди, если я наверх поставлю, мне... Так, подожди. Интересно, а он будет добываться? Потом. Если я вот сюда вот наверх поставлю, кстати. Вот так вот, над этим.
Вопрос, он будет добывать, дроны будут вылетать и добывать этот самый? Просто интересно. Так, выключу мышку. Хочу чуть-чуть поудобнее сесть. Так, выключить мышку, включить... кошку. Включить этот тачпад. Ой, нет, вот это надо. О! О! Так лучше. О, так удобно. И электричество выключить на время. Хочу по-другому сесть. О, так идеально. Что ты там делаешь? О! О! Есть. О, как начала игра тормозить. А не, адаптировался. Так, подожди минутку. Я хочу кое-что проверить. Ну, так, видео. Сколько? Чего? Почему 0 байт? Алло. Properties. Сколько? 24 гигабайта. А, нормально. Окей. F. 24 гигабайта. Видео. Размер моего видео сейчас, в данный момент. Мне просто интересно, а его... Так вот, будет он работать или не будет работать? Да не надо так делать, дурак что ли? Больше не придется вручную заполнять сжигатель биомассы. Пора модернизировать теплогенератор и добыть игниевую руду, чтобы получать энергию автоматически. Откроем путь к светлому будущему. Товарищи. Ура! Подожди, это что это у нас? Вот это. Чего? Подожди. Подожди, что это? Там все затормозило. Сжигатель биомассы, вот это, вот это. Вот так тут. Вот это надо мне, сжигатель биомассы. Нужна одна штучка. Обязательно. Я пока что не знаю, куда ее поставить. Допустим, это rotation. Мне просто интересно, он будет работать или не будет работать? Вот так вот, ой. Сейчас. А ты чё, дурак что ли? А ну-ка. Ладно. Ой. А, ты вообще интересно поставил. Так и сейчас заметил. Мне просто интересно, кстати. Он будет работать? Дроны. Да ладно! Да ладно! Говори, что будет работать. Работает. Да ладно. Вот, и да ладно. Только надо сломать. А чтобы им было еще удобнее, мы не будем заграждать да им. Да ладно. Ты гений. А, да отстань от меня. Я не тебе. Жей, ну ты придумываешь, конечно. Ага, я придумываю. Ой, исследование не выбрано, блин. Давай контейнер нам пригодится. Пошли, как-то. Да, это можно снести, кстати, нам нафиг нужно. Пошли. F. Это тоже снесем, нафиг нужно это. О. Еее! Это шедевр! Ладно. Пошли, так погнали. Сколько там надо? 8 штук, да? Сейчас чуть-чуть расслабился, уже лучше. А, расслабился он. Пока ты расслабился, я напрягся. Так, минутку. Так, подожди, я не могу. А, я не могу поставить, потому что тут платформу надо. Сейчас.
Так, и надо конвейерные ленты, которые будут идти... Подожди, я неправильно поставил. Конвейерные ленты будут отсюда идти в эту сторону. Да, конвейерные ленты отсюда в эту сторону. И здесь 4 штучки. И здесь будет стоять плавилка. Да, нет, я сказал, плавилка будет стоять. Плавилка. Буковка R. Сейчас. Нотку. Вот так вот вот плавилочка стоят. Ага. Чего? А тут руда вообще есть? Есть руда. И чё она не идет? Я не понял. Ожидание ресурсов. Я думаю, а печка не идет, правильно? Наш печь не идет, правильно? Погоди, оно... Мне кажется, это как уголь. Уголь для реактора, не? Подожди. Подожди, не говори, что это топливо просто, тупо. А это не... топливо. Подожди, это... Мы же только что говорили. Да. А зачем ты... Сейчас скажу, у нас, по-моему, уже есть. Нет, нет, сборщик есть. Добывающий дрон метал. Погрузчик. Есть у нас. Все не зря. Все не зря. Все есть. Сейчас я строю это специальное. Все есть. Все есть. Так, подожди. Так, так значит... что строй. Я строю специально генератор. Так, С. С, буковка. Ну-ка. Теплогенератор не хватает. Пластины не хватает. Пластин не хватает. Ёпсю. Ладно, я пошел за пластинами. Нет, не уходи, я сейчас тебя кину. Я тут. Да, я иди в баню. Выбросить предмет. А, ты куда? Куда, куда? Кариканду. Так, минут, подобрать. Так, подобрать. А, тут топливо положить. Забрать. О, как интересно. И здесь надо... Гидрит, кстати, это что у нас? Чего? Вот, вот эта руда, она и сжигает топливо на гидрите. Это то, что я добываю. Да, да, да. Можно, можно кидать это обычное топливо, которое сделано, а можно руду. Сейчас. Это по сути уголь. А, ну да, логично. Только инопланетный уголь. И можно ленту привезти. Так, тогда я... Кстати говоря. Тогда я пока что со мной, ведь ему надо топливо ведь. Блин, ему ведь топливо тоже нужно. Чтобы печка... Подожди. Чтобы работала. Добывал эта фигня. Так, минутку. Чего не хватает? Да ёпарас это, да вы издеваетесь. То одно, то как второе. То третьему надо, да? Не, я прутья не хватает мне. А, 27 взять. Подобрать. О, кстати, а он тут копает, они. А ну-ка, давай-ка почистим им, поможем немножко.
Да все, проблема решена. У нас есть теперь вечное топливо. Пока вода не будет. Ой. Какая вода? Он без воды. Кстати, он без воды работает. Прикол это. Да-да. Да-да-да. Что сотворит? Вот, я раскопал тут немножко. Пускай он тут. Эти пацаны долбают руду. Так, ведь у нас конвейеры, дофига у нас конвейеров. Мы можем сделать, да. Правильно? Да. Так. Кто ворует мою энергию? Ой, не энергию ворует, а мою топливо ворует. Собаки такие. Энергетический ресурс. Так. Уже исследование завершено. Ничего себе, как быстро. Пожалуйста, а тут. И по идее. Ой! Я забыл подгузчик. Как так? Из него заходить ничего не будет. Вот тебе будет работать. И что? Ой. А там 4 было? А, все. А где руда? Почему не добывается руда? А, потому что энергии нету, да? Или есть энергия? А, потому что... А, потому что не там не надо. Поставлена вот эта вот фигня. Вот так вот. Да. Вот тебя смотрим, что я знаю, что у я... Тебе... И это я хотел нажать, что output. У нас тебе будет вечная энергия. Да не вечно. Пока не раскопается. Пока не раскопается. Да вот эта вот фигня. Пожалуйста, а тут карта большая? О. Да. А то, знаешь, а то мы с тобой это самое начнем это тут все добывать, и у нас это самое. Мы с тобой как его начнем добывать, и все у нас закончится-то. Рано или поздно закончится. Я знаю. Все, я подключил. Ура, у нас вечная энергия. Ага. Вечная энергия. И медленно тратится. А, Паша, зачем тогда вот эта вот фигня стоит тут? А, нет, эта фигня Я тебе скажу, зачем дорожка. Печку убери. Она, по идее, должна уже работать без печки. Подожди. Это что подключился к главному зданию. Работает? Работает. Потому что, знаешь, почему работает? Ну? Я это поставил вот это, и подключился к главной базе. Видишь, дорожку сделал? И фундамент, вот фундамент передает электричество. Понял суть? Ага. Ага. Так. Ой, ёб твою. Да я отстань от меня, я не тебе, если что. Фундамент, подожди. А как мы с тобой это самое... Фундамент, ёб твою. Всё, мы решили наш энергетический кризис. Ага, решили. А как там будем мы? Там у нас проблема-то. Можем дорожку сделать. Из фундаминга. Фундаминга. Но нам надо... Фундаминга. Да-да, из фундаминга. Нам придется все это перевести очень далеко. Прямо вот так вот? Угу. От нашей базы до нашей. А ты где-то уже где-то проводишь? Нет, блин, я тут это самое... пинаю... фильмы смотрю. Художественные. Ой, ёпта, я неправильно поставил. Да, лучше так хочу. Ага. Большой не надо. Да я просто не вижу. Подожди. Подожди, сейчас уберу. Как мы это будем дальше строить? Интересно. Сейчас решим. Он будет конечно. Сейчас.
Подожди, тут у нас топливо, пожалуйста, топливо. Топливо, вот оно, топливо, давай ломаем его, топливо. Топливо ломай. Сломал? Все, да. Тебе эксперимент. Эксперимент. Технически. Есть, работает. Работает. It's alive. Тебе надо это красиво сделать. Я просто спешу, чтобы эксперимент сделать. Все очень легко делается. Это просто фундамент, по сути, это провода. Фундамент. Да-да, фундамент. Ой. А правильно он называется строительный блок, когда ты не любишь ты мое художество. Вот это не твое художество, это художество, вот именно. От другого слова. Так, где наш второй? Ага, вижу. Я буду коннектить. Давай. Сейчас, минутку. Фундамент. А, эту печку можно убрать, она тебе не нужна, по идее. Паша, мне интересно, а вот так вот оно будет работать, если я вот так вот поставлю? Нет? Можешь экспериментировать. Не работает. Тут надо так именно... Да ёп, уберись ты. Я не тебе, если что. Надо вот сюда поставить. А он тебе будет работать? Нет? Интересно. А так? Чего? Паша, а почему не работает-то? Фундамент, нет питания. Эксперименты ставишь? А, не эксперименты, я сейчас не понимаю, почему он не коннектится. Фундамент твой, это само как-то не работает. Неправильно, фундамент. Фундаменты ваши, так. Слушай, он что-то не работает у меня. Так, я посмотрю. Сейчас подойду. Я эксперт по электроэнергии. Эксперт он. Сейчас. Дай-ка посмотрю. А это удали. Я это сам даже и под низ я тоже ставил. И смотри, ни хрена не будет. Подожди, у нас тоже не работает. Может быть там не работает? На базе тоже не... Сейчас я там... Ага. Почему-то не подступляет. Алло, ты слышишь? Ой. Да, слышу. Ой, мне звук попал на секунду. Потому что, знаешь, почему? Потому что ты сказочный долбоёб. Ой. Я понял. Наверное. Я не знаю. Можем быть, да. Можем быть. Она не подступала. Или конвейерная лента неправильно стояла, кстати. А теперь? Вот теперь. Давай смотрим. Output. Чего? Пошли. Да, работает. Я только что проверил. Все, работает. Пошли, все, работает. Как оно могло работать, если оно... Все, работает, все хорошо. Типа посмотрим, что там слышишь. И там все работает. На нашем базе все хорошо. Все работает. Я понял. Rotation. Можешь тебе делать красиво, как ты и хотел. Так, пожалуйста, он сжигает топливо 5. Сжигает. Все, погнали. Все работает. А, ты зачем добавил? На будущее? Кого? Да, пускай будет.
что я на будущее? Подожди, что? Это? Нет, я это не... Нет, это я. А, вот это. А! Если тебе не нравится, ладно. Вот. Не-не-не, пожалуйста. Я просто спросил. Пожалуйста. Я просто не понял, зачем. Пожалуйста. А это к базе хочу. Хотя, да, давай сделаем красиво, может быть. Да ну! А! Испортил? Я не тебе. А, да, чтоб тебе. Да что ж... Ладно. Подобрать. Погнали. Положить. Вот. Ну уж точно он будет долго. 544 секунды. Чего? Чего? Максимальный результат 1,8 мегабайт. Мегабит. Или что там? 80%. А, ладно. Покажи, энергии хватает у нас пока что. Ладно, не будем запариваться. Покажи, энергии хватает. Энергии хватает и все работает. Сейчас это перестроим. Мне просто интересно, а оно будет работать, если я вот так вот сделаю, кстати. Просто вот так вот соединю. Вот тоже так через он... лампу, кстати, вот можно вот... проверить. А, вот так вот. Так он не работает, потому что... Здесь надо... работает. Ему надо сюда, здесь, да, лампу поставить? Сделай, ты можешь проверить. Так, это так уберу. О, работает. А если я вот это уберу? Ага, работает. Все, буду знать. Лампа, кстати, это хорошая вещь, надо проверить. Не работает. А ты где? Работает. А ты там делаешь? Распустим-то. Подожди, а что тут, проводов нету вообще? Да, нету проводов. Вот эти штуки, это и есть провода, которые мы сейчас делаем. Не, ну мы могли, конечно, конвейер протянуть, вместо того, чтобы городить эту фигню, кстати. Но... Это дешевле? Ну да. Кстати, да, это дешевле, но мы с тобой тут... раскапываем всю эту фигню. Окей. Ага. А почему ты поверху пошел, Рауль? Хочешь красиво, делаем красиво. Вот. Конечно, делаем. Конечно, нет. Мы же красиво хотим. Красиво-красиво хотим. Тогда делаем красиво. Да-да, красиво-красиво делаем. Так, что нам нужно? Паша, что нам нужно вообще делать-то? Сейчас, он у него вопросительный знак. Кстати, а то мы... чё? Задания нету? Ты чё, погладить? Погладить. Исследовать сборщика. Отлично. Сборщик станет основой для массового производства, ага, самых необходимых предметов. Ну, ручной труд остался в прошлом. Ручной труд. C3BB да. Удалось установить ограниченное соединение с космической станцией. Он попробует получить полезную информацию, а нам пока нужно заняться расширением производства. Давай, погнали. Производство. Так, научный пакет 2. Верно. Для более сложных исследований нужно получить больше знаний в области материаловедения. Угу. Мы должны разработать более продвинутый научный пакет. ЭНО не стоит недооценивать другие чертежи.
Первый анализ показал, что командный центр исчез довольно давно, так что нам вряд ли нужно торопиться. Так. Да, теперь все предстало в ином свете. Ясно как день. Где моя разработка? Хорошо. Вот она. Гений математики. Для полной загрузки конвейера нужно 8 малых плавильных печей. Да-да-да, ты уже слышал. Значит, построим по 8 для каждой металлической руды. Так научный... Все слышал. Так научный... Одинаково. Да, я просто прослушал то, что... Так, минутку. Он изготавливает... Че, научный пакет 2? Изучается. Управление. Управление, нет. Исследовательский интерфейс. Подожди, исследовательский интерфейс. Ну да, это уже как... Ядрит колотит, ну это же факторио! Ну да. Ну это же... здесь научные пакеты, а там зелье. Ну ёб твою, ой, извините. Да, ну да, это факторио. Здесь только врагов нету. Ну и хорошо, кстати. Не надо отвлекаться от... На, на всяких долбоюбов, которые будут нам мешать. Пошли. Кнопка. О, он вернулся. Фиксик. Фиксик. Ну ты какой. А кто такой Рауль? Это большой-большой секрет. Большой секрет. Да. Сверхчеловек. Инопланетянин. Так, минутку. Пошли, что это на? Сборщик один, кстати. Есть. Сборщик один, скрафтить. Чё? Тебе больше не надо будет бегать и волноваться. Супер. Волноваться. Я не волнуюсь. Я наказываю. Строго наказываю. Ага, знаю такого. Ты не знаешь. Ты или знаешь, ты откуда, с какого-то фильма. Фильма? Да. Подожди-ка, как фильм называется? Я не говорил. Подожди, это что у нас? Параметры. Сборщик. Я тут могу... Собирать! Подожди, контейнер, контейнера могу, логический контейнер, подожди, мне нужно, сборщики собирать что? Мне в сборщике нужно научный пакет собирать. Да, научный пакет мне нужно собирать в сборщике, значит, научный пакет. Для этого нужно, нужно вот это вот, и плюс вот это вот нужно. Прутья плюс вот это вот. А вот это вот изготавливается, подожди. Изменить, я хочу посмотреть, где он изготавливается. Вот это вот, в чем изготавливается. Сейчас, тут нужно вот это вот, нужно. 40 в минуту надо подавать ему, это значит. Сборщика два. Нам надо сборщик еще один. Два сборщика здесь. Я пока здесь проведу ленту. Так. Займусь этим. А ты. Где лента? Вот они. Да ё-моё, фиксик, да ты. Иди в баню. Вот. Да он не хочет стоять на месте, ладно. Нам что надо? Прутья, да, привезти еще? Я сейчас много сделаю, даже 100 штук. Есть 100 штук. Изготавливается. Пойду проводи тогда до базы. Оп. Оп. Все, я пошел. Так, пум-пум-пум. Значит, во-первых. Во-первых, нам нужно что? Так, минутку. Во-первых, нам нужно. Сейчас надо придумать, как это все скрафтить-то. Ой. Как крафтить все. Ой, так. А я сделал вот это. Во, сейчас все красиво сделал. Так, ну как это и нам нужны еще мне собрать погрузчика. Ага, научный пакет. Научный пакет 2. Требуется это плюс строительные блоки. Конвейер первого уровня еще, ух ты ж.
На сколько печки? Один, два, шесть. Три, четыре, пять, шесть. Да. Шесть. А тут у нас четыре. Как четыре? Где лента называется балансир конвейера. Один, два, три, по-моему, не вижу. Сейчас он сделается. Чего? Не то, что я хочу все объединить в одну систему. Подожди. Хотя, может, и не надо. А, он даже не успевает теперь. Чего? Нет, я все взял, не переживай, по новой. Не, он... А, ты всю руду забрал или что ты забрал? Не руду, а путь я забрал. Просто, знаешь, сейчас дроны что-то... Теперь медленно работают дроны. Потому что им давно зарплату не повышали. Им давно зарплату не повышали, и отпуска не отпускали. Может еще поставить один дрон? Дрон Дроныч. Ага. Так он так будет? А если я наверх поставлю, кстати? Как там поставил, так вот, типа. А, не хочет. Придется фундамент поставить. Фундамент. Да, придется фундамент. Придется фундамент ставить. Придется. Фундамент. Фундаменте. Платформа. Ладно. А так? Все, от них зависит, да? Странно, а чё так? А, все. Иду. Чё не так, кстати, пойдёт? Так, ну, проводим по дорожке. Да вот кто такой умный построил? Что? Вот что кто... не так? Не, вот именно вот кто такой умный тут строит эту самую такую дорожку построил красивую прямо. Ух ты, он... А мы не в ту сторону. А, не. Ту. Чему ту? А, ну да. Ой-ой-ой, как медленно идет. Ой-ой-ой. Да, он слишком медленно. Надеюсь, это сработает. Надо объединить. Есть, сработал. Надо все объединить, наверное, все там вот. В одно. Да, думал. Цепь. Я знаю даже, как это сделать. Так, первое есть. Теперь нам надо ж пластины привезти сюда. Но они едут, да? Да, не вижу. Да, медленно, надо объединить. Да. Но пока мемы подключили. Так. Так. Значит. Ага. Тут придется произвращаться слегка. Произвращаться. Да. Так, значит, сюда фундамент. Угу. Так. Ротейшн сюда. Пум-пум-пум у нас это. Ой, не то. Вот так. То.
Rotation. А, он... А, даже так может делать, красава. Пойди. Output надо ставить сюда. Вот, шикарно, пошло. Так. Угу. Подожди, а почему не идет он? А, он идет. Ага. Угу. А ты нашел, да, кто там 3-4 объединяет? Так, так, так. Так. Пу-пу-пум. Тоже две. Да. Так, фундамент. Фундамент. Хорошо. Так. Есть такое дело. С. Пластины едут. Так, вот это погнали. Объединители. Делаем. Воу, а тут что-то много начало ехать. А, это пока что. Так, объединители сюда. Сколько объединителей может объединять? Output. Чего? Объединители? Допустим-то. Ага. Где-то. А, цифра 7, да? Цифра 7. Ага. Аж. Подожди. Rotation. А. Оно вот так вот работает. А. А, оно не поставишь ты рядом вот это вот. Ага. Я понял. А ну-ка, а если так сделаю? Я, по-моему, нашел другой выход. А если я вот сюда вот. Можно поставить? Без этих. Я при. Вот я просто вот ленту поставлю без этих штук. Все, работает. Можно объединять без этих штук. Эти штуки какие-то непонятные. Вот. Тебе будет быстрее подступать. Так, подожди. Так, следующий. Сейчас сломаем. Все, я нашел способ. Слышишь, Родион, после ленты объединяй. С. Блин, это что у нас песок? Это песок. А камень. А вот земля. Земля. Цифра 0. Так. Допустим-то сейчас. Так. Потом ставим. Подключаем.
Пока, мне интересно. Ого, лента 50, там. Да? А, мне интересно. Есть, объединил. А, тут надо ставить этот самый, да, наверное. Сейчас. Так, сейчас. А что ставить ты хочешь? Сейчас. Оп. Так. Так. Оп. О, вот. Так, минутку. Вот. Он будет. Есть, я все объединил. Без этих штук. Output. Ага. Он делится на два. А, ну, слушай, Родион, слушай. Эти штуки, их не надо ставить. Я ленты просто объединил между собой. И все. Просто лентами. Это возможно. Ой. Я только что так сделал. Теперь лента полная. Я тебе сейчас помогу. Так, где ты там у нас? А, все, ты тоже додумался? Да я уже давно. Все, отли. Додумался, я уже давно, только я пытаюсь понять. Так, ну, тут тоже надо. А, может. Длинную не надо. Вот я сейчас поставил. Раз, это обратно поставил. А, ну да. Логично. И объединяешь. Как тебе надо красиво. Подожди, а почему? Ой! Я улетел. Я вниз упал. Чего? И я сверху пришел. О, Господь Бог. Здесь смерти не существует, ясно. О, ну хотя бы где-то я бессмертный. Ты просто с неба будешь обратно прилетать. Взрывчатое вещество. Ты что, дурак? Лестница, зачем лестница? Основная инфраструктура. Освещение. О, то, что надо. А, условия нужны. Теперь знакомимся с дождьми. Логистический контейнер. Не то, не то. Сборщик, ага. Две штуки. Даже три, давай. Чего? Деньги есть. Полный конвейер уже? Да. И там, и там. Я там объединил. И ты там, и все. Ебану. Серьезно, у нас... Подожди. Да я еще только... Подожди, я только начал. Подожди, я только ведь начал это сам. Подожди, я еще даже два не соединил. Я соединил только, подожди, я четыре соединил. А ты сколько соединил, Рауль? Все. Да у меня как полный конвейер делается? Стоит. У меня тоже. Ладно, тогда я... Ладно, я тоже тогда объединю все это. Подожди, мне интересно, а я могу объединять? При помощи интересно, а я могу вот такое сделать? И конвейер протянуть, пошли, ротейшн. Блин, у меня конвейеры закончились. Первое производство. Я так горжусь. Так, следующее.
Так. Коленты. Ротейшн. Ленты. Ага. Подожди, тут надо ставить этот. А тут надо вот эту кнопку нажать. Угу. Так. А, это отсюда выходит. Тогда мы отсюда еще делаем. То же самое, что здесь делаем. Значит. Два вот этих. Одна штучка вот эта вот. Ага. Ну допустим, так, пускай будет так. Конвейерные ленты, ротейшн. Ой. Правильно я поставил. Ротейшн. И здесь надо поставить, пожалуйста. Вот это. Ага. Вот, сейчас пойдет. О, наконец-то все идет у меня. Так. Чего? А чё тут ничего не производится, я не понял. Он производит. Тьфу ты. Так, у меня полный конвейер, кстати, теперь. Ух ты ж. Ядрён батон. Полный конвейер этих проводов. Ой. Да. Так. Так, паштет что-то изготавливает. Ой, Рауль, извини. А что ты изготавливаешь-то? Паштет. Пакеты. Ты... Вот, ты, так, тут пластина такая. Эта пластина идет сюда и делается. Ага. Здесь вот это вот нужно. И делается вот это вот. Ага. И делается такой пакет. Делается такой пакет, который идет пакет сюда. Вот пакет идет. А, тут нужно вот это плюс еще вот это вот. Красненькую надо делать. Новое, только что появилось. Да-да-да, я понял. Тут. А там надо платформы сделать какие-то. Ой. Сейчас. Так, посмотрим, что требуется тебе для красного. А что делать? Минутку, сейчас я. Ага, не понял. У меня тоже я не понял. У меня тут. Ага. Сейчас поставлю. Я его сейчас уберу просто посмотреть. Да, я тоже чтобы хочу. Чтобы красное делать. Сейчас. Да, да вот ты. Еще делать. Да ё-моё. Я всё понял. Это как фактовый сейчас будет делать. Так изменить чертёж, пожалуйста, изменить чертёж. Я же нашёл, это конверт, нам надо производить эти. О, жесть, это будет жесть. Понял, да? Да. Нам надо платформа, а чтобы делать эту платформу, нам надо. А чтобы делать ленту. Короче, много работы. Едрит колотить! Как красиво идет у тебя тут. Как запутано, но красиво. А, пожалуй, почему так все непонятно? Что-то зависает? Так, не, я не об этом. Можно было сюда просто тупо прямо провести эту линию. Это можно было просто тупо прямо, а эту вот сюда вот с этим соединить, и это сюда. Угу. Ну, что идет. Вот там бы не запутаться. А, ладно. Нам надо как придумать теперь цепочку. Цепочку логическую. Логическую, да. Цепочку, ага.
Пошла, дед, пошла. Какашки. Да-да-да-да. Пакеты наши. Пакеты. Это, знаешь, это деньги. Деньги производим. Подожди, а он... А сколько там нужно, чтобы... сколько нужно этих самых, чтобы делать? А что именно? Что нам надо? А, первого уровня. Так. И второго уровня. Скорость добыть. Конвейер второй часть можем сделать. Логический контейнер. Так. Производство подожди, бетона. Сейчас я... О, бетон это хорошо, кстати. Так, минутку, сейчас. Подожди, а где эта штуковина, которая... Подожди. Про это? На, посмотри. Да, я просто хочу понять, понимаешь? Нам нужно что, конвейеры, правильно? Во второго нам уровня. Надо производить. Конвейеры. Надо. Сейчас посмотрим. Чертеж. Изменить чертеж. Конвейеры первого уровня. Посмотри. Конвейер первый чертеж. Значит, это... Сейчас, минутку. Вот это плюс вот это. Значит, сейчас. Тетрадку достану. Ручка где моя? Розовая. Гламурная ручка моя. Потому что я... Блогер гламурный. Значит, погнали. Значит, чертежи. Так, значит, здесь у нас вот это вот, правильно? Вот это вот. А вот это вот у нас изготавливается уже, правильно? Или нет? Подожди, где простые? Не провода, а вот это вот, да, вот это вот простое изготавливается у нас уже. То есть это минус уже. Блин. Теперь вот это вот фигню надо изготавливать. Изменить чертеж. Это фигня, подожди, как она изготавливается? Это вот это вот фигня. Она изготавливается из этого. Ага, оно из этого изготавливается, значит. Так, значит. Подожди-ка. Ой, я хочу эксперимент сделать. Значит, как? Пластины. Подожди, пластины. Пластины делает вот это. То есть получается и пластины, и вот это вот, оно как бы с одного. Погрузчик, может так. Ли... Вопрос, а сколько ему надо первого уровня этих самых штуковин? А, это количество, да, написано, сколько ему надо? Или что? Вот в чем дело, эти не поделить так. Подожди, это у, проблема. У тебя этот самый. Что? Он объединяет, вот это интересно. Надо как-то же поделить, сейчас попробуем экспериментировать. Сейчас эксперимент, чтобы понять смысл. Как он работает. Он на два делит, да. Сразу же. Отлично. То есть можно одну отправить на производство этих самых? Паша, это конвейер тогда зачем? Ты что, я не понимаю, что ты делаешь в данный момент. Я просто пытаюсь понять, как эта штука работает. А. Теперь окей. У нас есть решение. Мы можем решить. Теперь у нас есть возможность решить эту проблему. Угу. Так, тут у нас хватает всего, да? Да, тут у нас всего хватает. Угу. Сейчас я это придумаю тогда. Ой. Сейчас я придумаю, тогда надо как-то поставить. Сейчас. Как он называется это?
Разделитель? Не разделитель, то, что я снес. А, сейчас скажу. Правильная печь, сборщик пивого уровня. Сейчас, минутку, сборщик пивого уровня. Так, сейчас я поставлю его. Кстати, спасибо, Рауль. Сейчас. Пожалуйста. А у него экран есть у сборщика? Да, экран есть. Сейчас, rotation. Для конвейера производства нам нужно... Так, сборщик. Так, а, давай приди, что мы сейчас строим? Давай тогда начнем строить. Сборщик, который делает вот это вот штуку. Конвейер? Да. Будем конвейер вот делать? Так, не понял? Покажи. Так, пластины, А, понял. Пластины, подожди. Мне нужна еще вот эта вот фигня. Подожди, С. А у меня не могу скрафтить. Давайте я скину. Мне нужно материал. Надо сбегать за материалами, короче. А, давай. Какой звук? Подожди, значит получается это дело, а потом нам надо... О, сейчас посмотрим. А, тут... О, ветер. Так, пластины я забрал. Сейчас обратно бежим. А мы контейнер делаем? Кто, ты? Нет, а что мы сейчас будем производить? Что я конвейер делаю? Будем? Я сейчас делаю... Да. Не конвейер. Я занимаюсь своим, это... то есть я... Улучшаю то, что ты построил. Я поставлю туда двойную штуковину. Короче, я сломаю вот эту вот фигню. То, что ты наградил, кстати, Рауль. И поставлю эту фигню. Вот так вот фигню поставлю, смотри. Я вот так вот фигню эту поставлю. Давай. Вот так вот. Да, посмотрю. Да ёпарас, не хватает еще одного. Сейчас, мне нужно еще скрафтить. Одну. Даже две лучше. Вот так вот. Потом поставлю, знаешь, что сюда. Потом поставлю, угадай, что я поставлю сюда. Если получится, конечно, у меня. Ой, не то. Подожди, я попробуй. Не, получится. Ой, ты что делаешь? Так вот так? Ой, я не так поставил. Я не так поставил просто. Я тоже не понял. Не, вот так, да. И там можно типа дополнить, вот так вот. Угу. И... Сейчас помогу. Да, мне нужно, чтобы они загружались тоже. Это не надо, по идее. Надо. Получилось? Нет, он уже работает. Уже работает. Он уже делит на два. Сам посмотри. Все, теперь работает. Теперь это вот. Неф. Дурацкая. Спокойно. Теперь он делит на два. Делает пластины, которые. Бля, что тут не хватает-то? Что ему не хватает? Да ему всего хватает. Ну да. А ну тогда я понял. Это что у нас? Это что?
Это что за фигня вот эта вот? Делает пакеты, но пакеты медленно производит. Пошли, это у нас как его? Научный пакет. Научный паштет. Научный паштет. Убивающий дрон, сборщик. Это не сборщик, это... Да, будем производить. Да, поставь еще одну, пожалуйста. Да, морды сюда. Да. Производим что? Конвейер? То же самое производим, что и здесь. Производим этот самый. А, ты хочешь пакет научный? Угу. То есть мы в два. Как его называется-то? Я понял, да, вижу. А, ну это все, даже пакет. Раз. Так, значит, туда мы ставим. Да, ёптую. Конвертейшн. Я правильно ставлю ведь? Да. Смотри, не перепутай, так? Давай сюда, чтобы не путаться. Да, ёптую. Не вижу, вижу. Вроде все правильно. И вот так вот. Что у нас получается? Ни хрена не получается у нас. Так, подожди, сейчас посмотрим. Не, получается. У нас прутья нету. Да тебе прутьев не хватает. Прутья. Надо тоже как-то. Вот с этим будете по сложности. Блин. Он идет сюда. Не, сейчас решим. Так, сейчас. Так, вот смотри. А, не, нет. Вот-вот, отсюда. Он взять, тут... поставить эту штуку, смотри. Так. Сейчас сделаю еще одну. Тут 4. Смотри, мы потом через ленту можем наверх поднять и опустить. У нас есть такие технологии. Мы можем просто... Родион, смотри. Родион, подойди, пожалуйста. Я тебя вижу. Смотри, что я предлагаю. Через сюда вот так вот проехать. Так изменяется, вот так вот. Как-то сделать. Сейчас помню. Сейчас. Вот. А это как-то повернуть. Это туда идет. Повернуть вас. Режим строительства привязки. Только я не помню, как поменять сторону. Вот что я делал. Наверх. А, вот, вижу. Зажать. Поменять. Все, и решил проблему, по-моему. Только не понимаю, как наклон вниз делать. Наверх. Нет, здесь наверх уже будет забыть. А, почему не меняется? По идее должны. Ой, ты меня слышишь? Да, я слышу. Че? Я сейчас просто. Если просто тупо пустить. А, я понял, в чем дело. А, сейчас надо так сделать. Во, тебе правильно. Все, и прутья, смотри. Сейчас решим. Ой. Все, сейчас решим проблем. Допустим. Это лишним прямом. Все, я решил проблему. Где у нас там не хватает? Ой, неправильно. Какой из них не хватает? Сюда. Вот вижу. Неправильно. Если что-то надо, ты можешь переделать, если тебе что-то не нравится. Это просто как идею показывал. Просто как идею. Вот, иди сюда. Вот, нет. Видишь, что я сделал? Да сюда не пускай, да.
Да я видел, что ты мостик поставил. Вот этот мостик, вот это здесь разделил. Да, он делится на два. Нас... Да. Сейчас, подожди, я шторки закрою, а то солнце светит. А, да, он производит. Да, он медленно, но производит, окей. А, ну да, производит. Медленно, но производит, кстати. Да, вот, другое дело. Алло? Да-да. Все хорошо у нас. Ну я не знаю, насколько хорошо. Сейчас я просто пытаюсь понять. Так. Сейчас. Ну типа да, я вон буду войне производить. С этой стороны можно. А с этой стороны можно было подавать. Можно было линию вот так вот провести. И с этой линии подавать. Можно было вот, типа, вот так делать. Ну ладно. А, мы, конечно, гении, мы еще про это забыли привезти. Так, сюда. Ой. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Скорость добычи буром один. Ага. Так, я сейчас приду за собакой и скажу. Я в угол встану. Пока придумаешь что-нибудь. Сейчас приду. Так. Это мне закрыть хочешь? Не, я просто строю тут. Я тут я тут добываю песок. Ага. После интересно, а песок в лице. Песочек. Боже, а если я песок сломаю вот этот? Тут гравитации нету. Да, тут гравитации нету. Это тебе не Майнкрафт, чтобы гравитация была бы. Вот, стой тут. Блин. А если бы все по одной линии как бы пустить бы? Ведь у нас ведь много изготавливается вот этих вот. Боже, ведь у нас вот этих вот много изготавливается. Просто взять по одной линии пустить. Так, просто по одной линии пустить пластины. Это по одной линии пустить. А по второй линии пустить эти самые, как их называть-то? Болты. Ну не болты, а эти вот. Как их назвать-то? Это вот фигню. Прутья.
То есть... Чего? Завершилось что-то? Скорость добычи? Чего? Погоди, а тут... исследовать. Теплогенераторы. Это что? Взрывчатые вещества. Зачем нам они? Мебель. Вот даже двойная дверь. Хорошо, она нам не нужна. Вот это хорошая вещь, кстати. Едрит колоти, сколько много всего. Погрузчик второго уровня. Нифига себе, сколько много тут. Офигеть. А что там надо? Чего? Ему надо три вот этих? Я могу забрать? Да, могу забрать. Положить. А, у него четыре внутри. И теперь вот эти вот надо, пакет. Научный пакет второго уровня надо ему. Ага. Так. И мы можем просто со второй линии было вот такое сделать. Просто две линии ровненько поставить. Просто вот так вот мы могли построить, кстати. Вот так вот. Типа две линии ровненько. И они бы загружали бы. Подожди, это что у нас? Это у нас пластины, да? Пластины. Подожди. Это у нас прутья. Подожди. А почему прутья идут с этой стороны куда-то сюда? Короче, все переделаем давай. Пока паштета нету, он меня это само не слышит. Паштет! Паштетина! Паштет! Я тут. А, билет! Так. Так. Чего, решил разобрать всю систему нашу? Система. Система... Долбоебизма. Завтра скупаться не хочешь? Нет,
Блин, я завис, кстати. Нет места хранилища персонажа? Чего? Закончилось это место. Алло? Алло? Пу-пу-пу-пу. Пожалуйста, контейнер. Логический контейнер. Изготовить. Давай-ка выкинем. Что мне можно выкинуть? Вот это. Так, пожди. С. Где-то. Ну, что это? Ууу. Наклонный контейнер. Семена. Богатство. Так. Так, это у нас склад, да? А как открывается он? Это что это? Я не понял. Почему он не открывается? Алло. Может, типа, надо самим вручную туда Ну, как через ленту, типа, пускай же она заполняется. А ты думал хранилище? Да, я хочу положить свои предметы. У меня полный это самый инвентарь. А, контейнер чёрт. Контейнер. Контейнер надо попробовать. Сейчас контейнер сделаю. Это наушник, по-моему, ломается уже. Вот это пробовал? Тоже не открывается? Открыть. А нет, есть, можно открыть. Есть, мышкой, да. Левой мышей. А. Так. Левой мышей открываешь. Так. Просто полный инвентарь хлама. Я не знаю, куда мне его девать-то. Так. Булыга. Земля. Ладно, потом мы это все перенесем. Так. Так, значит. Ой. Да? Сейчас надо придумать. Угу. Только надо... это вот все равно придется сносить. Надо, думаешь, надо все сносить, да? Не. Я думаю... вот почему. Нам надо что-то новое выбрать. Так. Так, значит, паштите нам. Значит, так. Рауль. Точнее. Ой. Так, значит, короче, мы ставим вот так вот. Так вот. Правильно? Да. Так вот, значит. И потом мы это все. Да уберись ты! Подожди, F. Нафиг уберись. И ты тоже нафиг уберись. Значит, где-то провод. Не провод этот. Значит, сюда идет, да? Угу. Интересно, он будет подбирать? Или не будет подбирать? Интересно, он будет сюда закладываться, если я буду... Я понял что-то, я понял. Ты хочешь как факторы сделать? Подобие. F. Вот посмотрим. Пум-пум-пум. Значит, где-то. Rotation. Нет. Так, rotation. Ой, да ёб твою, не сюда. Rotation. Так. А ну-ка, мне просто интересно, он будет первым подбирать? Первым. В этом. Я не то ложу, кстати. А почему тебе? Подожди, сюда что надо? Проходит, смотри. Я сюда не то ложу, кстати, Рауль. Сюда не это надо ложить. Понял? Все-таки работает такой метод. Работает, но я не то ложу, кстати, Рауль. Я тебе говорю, что я не то ложу. Да, потому что. Всего.
Потому что надо чертеж менять. Кстати, просто давайте чертеж поменяем. Давай. Здесь надо что у нас? Что там надо было изготавливать здесь? В первом, да? Ой, чтоб я помню, сейчас помогу. Так, нам надо было изготавливать вот эти штуки. Ой, сейчас вот они. Да, нет, не то ложишь. Не, я не про это. Так, поставим просто одинаково, должно поставим. Ой. Нет, не то. Сейчас. Печка, ты где? А вот ползет. По травке. Не то? О, как жарко становится. Да-да-да. Жарко-жарко. Неужели опять то? Жара возвращаю? Не то? Не то? Чего? Тут нужно что? Нужно пакет второго уровня, да? То есть первого уровня, извините, сейчас я посмотрю, понял? Я просто запутался сейчас. Пакет первого уровня, что там нужно? Да просто винты нужны. Просто прутья нужны. Подожди, прутья плюс что? Плюс вот эта вот штуковина. А вот это вот штуковина что делать? Из этого. Ага, это с той стороны будет делаться. Угу. Тогда... Замечательный мир. Сейчас, надо подумать. Сейчас, у меня что-то я напрягся. Мозг напрягся у меня. Так, значит... здесь нужны простые винты. Простые винты плюс вот это вот. Так, значит, винты. Значит, сюда ставим уже. Я все правильно. Сейчас. Тогда сюда ставим вот это вот. Вот. Значит, сюда вот это вот подаем. Сюда идет, кстати, идет даже. Так вот. Значит, сюда вот это вот изготавливаем. Да, тут будет у нас. Сейчас. Да это разбираем нафиг. А, подожди-ка, сейчас посмотрю. Сохранение где-то компьютер, документы. Так. Как это зацепится? Фандеры. Так. Сюда вот это вот, это готовое. Так, теперь вот этого вот не хватает. Вот этого не хватает. Значит, вот этого у нас... мы вот это будем изготавливать... Будем здесь изготавливать вот эту фигню. Здесь вот эту вот фигню будем изготавливать. Теперь вопрос, как будем подавать его в эту штуковину. Сейчас. Минутку, тогда мы вот так вот. Так, значит, rotate. Ой. Rotate. Сейчас. Сюда мы... Да, вот это вот производим здесь. Теперь надо прутья нам. Ой, тьфу, не прутья, а вот это вот нужно. Сейчас. 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 Я придумаю. Подожди, я не так хотел. Не так жарко, 25. Так, подожди, я не то хотел, ой, делать. Так, минутку, я вообще не так хотел делать. Здесь у нас делается... Подожди. Тут у нас делается вот это.
Ага, и не хватает вот этого. Угу. И здесь не хватает вот этого, значит, это конечное. Значит, ну тогда можно подавать, наверное, так, я не знаю. Пум-пум-пум. Допустим-то сейчас rotate сюда и сюда. Значит, сюда мы значит, не так. Вот output. Ага. Так. Так. Чё, чё? Что случилось? А ты где, кстати, подевался? Я тут. О, на карте. В игре ты? Да. А че ничего не вижу? А, подожди, где ты? Вот. Пошли, сюда идет что у нас? Он изготавливает? Пошли, он изготавливает? А, вижу тебя, фу. А, он изготавливает штуковину эту. Эту штуковину он изготавливает, пошли. А, вот ты что хочешь делать. Не, я просто сейчас, мне что-то не получается, нормально. Оу. Простите. Как-то интересно, у тебя все получается. What is magic? Пошли. В какую сторону? Пошли, а тут что изготавливается? Тут у нас... Подожди, это не, вообще... Не, посмотрите, с лентой что-то не так. Изменить. Вообще не то должно изготавливаться. Тут должно изготавливаться вот это вот. Да. Тут должно вот это вот изготавливаться, при. Вот это вот должно изготавливаться. То же самое. Посмотри, что с лентами творится. Я, по-моему, не прав. Или правильно сет. А в каком смысле? Я имею в виду вот здесь. А? Вот, посмотри посередине. Вот где я нахожусь, вот посмотри внимательно. Посередине, да. Правильно. Правильно. Так и должно быть. Да, так и должно, только оно должно идти. Блин, вот эта вот фигня мешает теперь. Блин, теперь вот эта вот фигня нам не нужна, вот эта вот. Она нам... Ой. Подожди, если я сейчас правильно понимаю, то он... должен, если я положу сюда пластины, ой, пластины я сказал положу, он изготавливает там вот эту вот штуковину, которая выходит отсюда. А, ага. Чего? Подожди, а вот тут, а вот тут неправильно, вот тут пошли, тут output, тут input должен стоять. Вот, ты прав, вот так вот оно должно стоять, вот так. Оно идет в эту сторону. Это как... И теперь надо... Это гений. Теперь надо... Ёп твою, кто эти лампы дурацкие поставил? Великий человек. Великий паштет. Так, значит... сейчас... ротейт. Лампа. Да ёб твою. Да будет свет, да, как говорится. Есть одно правило, не беси меня. Ой. Поломка. Беси,
Ой. Алло. Да-да, паштет, Рауль. Да-да-да. Так идет сюда, идет. 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 Что? Зачем ты бежал за мной? Что? Не знаю. Я это там, как его называется-то, собирал эти штуковины. Видишь, работает. Работает. Она живая, получается, да? Пожди, только теперь у нас проблема с другим. Так, давай тогда сделаем перерыв. Давай, давай. Сейчас ты закончи. Сейчас я быстро. И я... вот, давай. Да, это вот это вот отсюда выход, допустим. Блин, быстро. Конечно, быстро. Ага. Быстро. Конечно. Отсюда выход хорошо, а вот отсюда я не знаю. Выйти отсюда. Надо придумать. Даже я не знаю. Тут все занято, тут тоже занято. Ладно. Потом может быть. Я думаю, с тобой. Завтра с тобой я на большой компьютер пересяду. Ой, все, ладно. И продолжим. Потом... У меня он через Steam сохранился. Ага, хорошо. И мы смотрим, я через компьютер большой сяду уже завтра. Завтра племянник не будет, наверное, хотя он болеет сейчас. Ага, хорошо. Но вот на том, на ноутбуке на большом смогу, спокойно. Давай, хорошо. Отлично. А, плавать завтра не хочешь или дома будем? Я буду дома. Будешь дома, хорошо. Ладно, тогда до связи еще. Давай, хорошо, пока. Думаю, взремоть немного. А, хорошо, давай тогда, пока. Пока. Да-да, пока. Паштет! Ушел. Всем пока!